Ой. У меня есть одна еще одна политическая тема, но она, она настолько жесткая, мне кажется, сейчас опасная. Не знаю, мы будем опасно уходить. даже начинать про да, нее разговаривать. Да, мы, мы прям все будем <связь> ходить вы, экрана, все вы вы по все будем ходить. все молодые, зеленые. Одно то, что мы ее затянем. что, как дела? Как тебе Иваново? А, прикольно. Мне кажется, что самое хорошее в городе – это погода всегда. И ты такой приезжаешь, есть солнце, и все, сразу все начинается новыми красками. Хорошими. От вокзала до нас ты на такси добрался? Да, да. Да? Зря. Почему тогда я не слышу того, чего говорят все остальные? Капец, у вас дешевое такси. А, или подожди, у вас в Яндексе безлимит просто Вообще, да, у нас в Яндексе, когда ты едешь в командировку, то у тебя все тревелы между точкой, как бы вокзалом, аэропортом и домом, они все как бы бесплатные. Причем там прямо в приложении появляется такой способ оплаты командировка. Я пошутил же, но поскольку сегодня я не в командировке, а это более или менее как бы мой частный визит, вот, то я ехал за свои деньги. Да. то есть в приложении, в приложении есть какая-то специальная функция для того, что Сотрудник Яндекса командировка и да 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 и ты пошел. прямо как бы в приложении в качестве оплаты выбираешь командировка говоришь В аэропорт или из аэропорта или там на вокзал из вокзала и все тебе как бы ага, по-моему даже не комфорт для комфорт плюс да 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 и это как бизнес работает то есть ты можешь заключиться а, в компании ну, все, я подключиться понял. Ладно, ладно. Да. Я... И такие, бизнес функции для всех там, как да, -да, -да, -да. Да, -да, да, Я просто сразу представил, а привилегия индексоидов, нормально. К сожалению, не совсем так работает в том смысле, что многие какие-то вещи, которые может показаться, что а что вам жалко там, ну дайте там, не знаю там. Много места на диске или там бесплатную там, доставку на маркете, или там какие-нибудь бешеные скидки, еще что-то mm -hmm. такое. Яндекс уже такой большой, что это все равно все имеет цену, и все равно все так или иначе как бы, меряется и взвешивается. Поэтому нет возможности прямо там где угодно, что угодно выдавать в неограниченных количествах. Ну, то есть какие-то вещи в духе лимита на диске. С этим мы столкнулись. Да. Мы же рекламировали Яндекс. Серьезно? Да. И в прошлом году. И мы такие, о, Яндекс пришел, огромная компания, пацаны, все, мы богаты. Ну, ребят, ну... Скидочку Вот такие бюджеты мы... Да, да. Не, и вот это вот, поскольку я давно работаю в Яндексе, и я успел понаблюдать его в очень разных формах и размерах, вот это вот текущее состояние, когда Яндекс — это на самом деле такая федерация бизнес-юнитов, mm -hmm. когда у тебя очень много очень маленьких бизнесов, ну, может быть, не, не, не очень маленьких, да, некоторые маленькие, некоторые не маленькие, и у каждого из них свой какой-то внутренний там бюджет и что-то такое. То есть может очень сильно отличаться там подход и траты, уровень трат вообще, да, ну, потому что разные объемы, да, разная да. юнит-экономика. Ты 17 лет. Да, в октябре в этом году будет 17 лет, да. Охренеть, это же прямо новое. Ну, я 10 Взро... лет работаю программистом. По возрасту, кстати, прям уже взрослый человек вырос за это Да-да-да, уже можно было, да. Еще чуть-чуть, и 18 мне уже. И что это было за компания, когда ты пришел? Это прикольно было. Когда я ехал на собеседование, я был уверен, что... Ну, я вообще ничего не знал про Яндекс. Я думал, что Яндекс — это что-то непонятное, ну, там, типа, какой-то поисковик. это, слушай, это вот тех времен, когда еще реклама по телеку крутилась Артемия Лебедева? Ну, вот близко к тому. Найдется все. Да-да-да, близко к тому. И вот у меня было в что студия Лебедева делает для Яндекса сайт, Mm -hmm. И, как бы я думал, что студия Лебедева на самом деле все технологии, А Яндекс это просто: Ну, что там? Какой-то бизнес, да? Непонятно, что, да. Вот. И точно уж не, не было у меня впечатления, что в Яндексе можно работать программистом. Но когда я попал именно на собеседование и увидел, что, по большому счету, там студия тогда делала дизайн и немножко делал типа верстала HTML или CSS, но потом все равно это все распиливалось внутри, и разработчики, и даже фронтендеры были индексовые. И я увидел, что на самом деле Яндекс уже тогда, когда я приходил, ну там было, по-моему, человек типа 250-300 во всей компании, угу. вот он уже тогда был типа технологической компанией. А это и... чисто поиск, когда был? Да, 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 тогда был, ну, нет, тогда был поиск, тогда был маркет, тогда был э, были Яндекс деньги. Яндекс деньги был один, из, был мой самый первый проект, на котором я пришел. То есть вот я испытательный Фига. свой срок Фига. проходил на Яндекс деньгах. Да. Я думал, это все уже такие новенькие штуки. Ну, Особенно маркет. Я думаю, маркет да. вообще ну, не очень старый. Ну, в общем, да, маркет вроде был уже. Компания была такая очень ну, камерная, какая-то. Еще mm. там был такой классный офис, который на меня произвел неизгладимое впечатление. Я очень люблю, когда в архитектуре и в пространствах есть разноуровневые какие-то вещи, они как-то так сразу смотрятся э, динамичненько и свежо. И вот офис был э, в форме такого как это называется, галерея, то есть такой колодец, и по второму этажу шла галерея, с которой можно было свешиваться, смотреть вниз. Внизу тоже стоял такой небольшой кубикл со стеночками, там сидели менеджеры, и ну, там, типа, некоторые менеджеры. Некоторые менеджеры, да-да-да. Вот, и реально вот это вот, как самая оптимальная фигура, это шар, да, потому что равноудаленно от всех сторон. И вот этот вот офис, он был таким вот, типа, шаром, где можно было внутрь этой клетки, как бы, направить свой взор, свое внимание, и как бы друг на друга смотреть, да, и вот как-то сконцентрироваться. И вот это вот такая заряженная атмосфера очень такой цельной, цельного такого организма на меня, конечно, mm -hmm. очень большое впечатление произвела. И... А это же еще бородатый год, да, когда типа не было эти компаний Почти, да. Вот этой культуры IT-компаний. Да, да, да. То есть это во многом было такое... Ну, блин, 200 тысяч человек — это вот Ивановская галера размера mm -hmm. сейчас. Мой друг темлит, и в последнее время с ним творится что-то не то. Хмурый, раздраженный, вечно задерживается на работе допоздна. Увидеться вообще перестали. И я его спрашиваю, братан, что происходит? А он говорит, я не понимаю, как управлять командой в условиях изменений такие дела. Но я нашел, как ему помочь. Знаете как? Подлодка Крю. Эта конференция нового формата для Тим Лидов проходит на 100% в онлайне и идет неделю. Утром и вечером проходят сессии в Зуме. Не просто доклады, а круче интервью с экспертами, лайфкодинги, публичные код-ревью, батл фреймворков, рулетка кейсов и многое другое. Входная точка во всю движуху — Slack Space. Там разные тематические каналы, постоянная активность, люди общаются, задают вопросы спикерам. Атмосфера — как на тусовке на обычной конфе. Только идет целую неделю и ничем не ограничено. Самая живая современная конфа, крутое сообщество, дискуссии — и огромная польза для работы и карьеры. Подлодка «Крю» для тим лидов пройдет с 27 июня по 1 июля. Главная тема – управление изменениями. Научитесь добиваться, чтобы команда делала как лучше, а не как всегда. Разберетесь, как говорить с командой про изменения. Узнаете, как адаптироваться к изменениям вокруг. Поймете, как внедрять изменения, чтобы все были довольны. Подлодка «Крю». Записывайтесь. У меня знаешь, какая ассоциация в голове вот, про все это Яндекс тех времен и как он типа развивался? А, вот мне проще представить ВКонтакте, потому что я про ВКонтакте больше знаю, да, что вот был ВКонтакте тоже давным-давно. С Дуровым. Дуров такой пришел, вот его брат, вся эта команда, стартап. И ВКонтакте супер большой растет. Потом Дурова уходят, и ты думаешь, ну, блин, это как, какой, наверное, ущерб наносит компания? Она совсем будет не такая уже. И, как я понимаю, и многие об этом говорят, кто внутри работает, что только после этого ВКонтакте начал превращаться в эти компании. Ну, потому что ушел вот этот лидер, вокруг которого все крутится, и начали выстраиваться какие-то процессы. Uh -huh. А ты же пришел, там еще Сигалович был, наверное, да, рулил, да? да. И это было прикольное, на самом деле, впечатление. Для, для меня немножко по-другому это было. Для меня было удивительно, что в компании на сотни человек личность Аркадия и Ильи, Uh -huh. действительно проникало внутрь организации. Потому что ну, даже когда это там 200-300 человек, это уже несколько слоев как бы менеджмента. Но вот э, какое-то там, не знаю, как они присутствовали там на каких-то презентациях, как они себя вели, все равно более или менее все сотрудники видели. И я вот прямо чувствовал как дух какой-то, то что вот. они воздействуют на компанию, несмотря на то, что ну, она уже достаточно большая. Вот и мне так и представляется, что Яндекс времен Сигаловича был персонализированный такой. То есть вот Сигалович ассоциировался с Яндексом, Яндекс с ним, вот он как-то, знаешь, был его лицом. Ну... Но... А когда Сигаловича не стало, я да. бы так не вот сказал. Только как будто бы тогда вот у меня есть представление о Яндексе, как об IT компании, вот уже большой растущий. Ну, я бы так не сказал, на самом деле. Это, вообще, у нас внутри среди, среди индексоидов очень э, не любят э, спекуляции на тему личности Ильи, да, потому что особенно многие, кто был с ним лично знаком, кто был с ним ну, относительно близок, потому что он такой очень был душевно располагающий человек, и ты практически сразу с ним становился, как бы, близок. То есть буквально mm. там с, с, с пол как бы, оборота, mm. да, там, по встречавшись с ним на кофепоинте. Очень, знаешь, болезненно э, вот эти вот все э, инсинуации в духе, там, о, там при Илье бы так не было, или там Илья бы этого не допустил, или я то, или все. На ну. самом деле, ну, спекуляции никто толком не знает, как бы там Илья поступил и, и что бы он сделал. Ну, а почему неприятно им из из-за этого? А, почему еще я, раз. Ну, ты говоришь, почему типа не любят неприятно? Ну, не, не любят, потому что многие люди, по сути, прикрываясь как бы образом Ильи продвигают свою собственную повестку. То есть вот у человека есть какое-то мнение, что в Яндексе должно было бы быть так или не должно было бы быть эдак. И вместо того, чтобы сказать, там, я вот считаю, что должно быть так потому-то и потому-то, или не должно быть эдак потому-то и потому-то, люди говорят, э -э, как бы, прикрываясь как... Ильей, как бы, на самом деле не я так считаю, это вот при Илье бы такого не было. А по большому счету, если копнуть, ну, типа, ни ни никто, во-первых, толком не знает, во-вторых, очень часто мнения разнятся, потому что, опять же, ну, там, и что про Илью, что про Аркадия, я внутри компании встречал очень разные мнения, скажем так, и там не все их действия и в целом их характеристику как личности далеко не все люди однозначно описывают. Ну, естественно, вот. они однозначно, тем более, такие большие личности, но все равно, как бы ты говоришь, многие его знали, многие с ним ну, хорошо общались близко, и, наверное, это такое впечатление. Но я не могу сказать, что это было... То есть было какое-то влияние, да, но, не знаю, мне не кажется, что оно прямо вот на 100% определяло компанию. Mm. То есть это было скорее, как, знаешь, такой, изначальный какой-то посыл, изначальный вектор, а потом дальше много эволюционировало само по себе. Смотри, суть претензий в чем? От вас чего-то ждут. Вы говорите, нет, это не про нас нас не касается. И вы говорите, что это вас не касается, потому что никогда и не касалось. А он говорит, что нет, раньше касалось. Вот касалось или не касалось, понятно, здесь как бы вот это может быть спекуляции по поводу там, личности Головича или что-то еще, но именно суть-то в том, что это контраргумент от Яндекса, от людей, которые защищают Яндекс. Они говорят, что Яндекс всегда был вне, всегда типа вот был такой, какой он есть сейчас. И люди с этим спорят через Сигаловича. Ну да, ну вот я и говорю, а это не совсем правда, потому что единственная разница между тем, э, когда был Илья, и как мы, допустим, какая компания сейчас, это то, что раньше людей было сильно меньше в компании, и, э, скажем так, то, как один человек себя проявляет, <связывая> было более заметно. И вообще вот там одна из самых главных проблем э, там текущего Яндекса, да, вот там, то, то, в том числе, почему я, например, пришел к вам э, сегодня для того, чтобы показать э, какую-то информацию изнутри Яндекса, чтобы ее донести э, для тех людей, кто вообще как-то готов что-то воспринимать mm -hmm. и, и, и что-то слышать, да, более или менее не с э, выраженным мнением, с упавшим забралом, да, смотрит на вещи, а тот, кто способен там, воспринять какие-то именно информацию, и потом дальше уже сделать из нее выводы. То есть я не хочу навязывать никакого конкретного mm -hmm. мнения, но я хочу дать просто какую-то информацию к размышлению. Вот. Так вот, и внутри Яндекса у нас есть такая история с внешней коммуникацией которая мне кажется играет с нами немножко сейчас злую шутку что наши люди которые отвечают за внешний пиар они ну как бы просят да внутри чтобы мы меньше не скажем так не коммуницировали наружу без согласования с пиаром потому что uh -huh. часто человек когда что-то наружу говорит то это всегда трактуется вырванным из контекста и трактуется как позиция всей компании а на самом деле, ну, это далеко не правда. И компания состоит из большого количества людей, и вообще вот такой организм, как компания, она не совсем теми же самыми свойствами обладает, как отдельный индивидуум в качестве человека. И если у человека может быть мнение по каким-то вопросам, то mm -hmm. вот у большой компании часто, ну, это так не работает. То есть большая компания не равно человек, и у нее не может быть явно выраженного одного какого-то мнения. Это всегда какой-то будет плюрализм мнений, какой-то кворум mm -hmm. мнений. Вот. И когда было мало человек... То, во-первых, не было еще тогда выработано настолько этого принципа, да, и было проще, э, трактуя свое какое-то мнение наружу, mm -hmm. изъявляя свое мнение наружу, произвести какое-то впечатление. Но сейчас очень мало людей, которые работают внутри Яндекса, все вот как-то Попросили не, не коммуницировать наружу, и много людей не коммуницируют. То есть никто не говорит, как это ошибка обратной ошибки выжившего, да, никто не говорит про то, что в Яндексе хорошо. Да? И там, на это еще наслаивается вот эта тема, что отрицательные отзывы обычно громче, чем э, положительные. Да? Что если у человека все хорошо, то он не пойдет писать на хабор, как у него все хорошо и замечательно, да. И пойдет писать, только если Но у него это плохо. Штука, как проблема пиарщика в том, что все, что в современном мире будет сказано. Может потенциально принести большие проблемы. Поэтому да. они такие, давайте лучше вообще ничего да, не Да-да-да. Да, слушай, да, вот с, э, почему я сразу когда-то не написал, я тебе сразу и первое, что я начал говорить про пиарщиков. Потому что с пиарщиками я наелся, когда работал на хабре. Самая история это когда я пришел в стартап, маленький стартап, какие нахер 200 человек. Там вот человек 15 сидело. И я разговаривал прямо вот с основателем, с основателем и с техническим директором. И они мне говорят, ну, смелые вещи. И как раз, блин, прикольно, они как раз говорят про Яндекс. Они что-то кидали в вас э, камни в ваш огород, потому что там. Вы люди, у них рынок с пылесосили. Типа того. Uh -huh. Вот. Я говорю: то есть вы сейчас открыто будете говорить, такой проект, говорю, ваши пиарщики, это сразу выживут. они такие. Я основатель компании, технический директор. Раз мы сказали, значит, все нормально. Я такой, хорошо, отлично, все. Пишу интервью, потом готовим к публикации. Приходят пиарщики. Мы не можем это публиковать в таком виде. Пожалуйста, уберите. Но мне ваш основатель сказал, что это можно. Нет, 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 это надо убрать все. Я основатель спрашиваю, ну а что, как? Он говорит, ну, першки сказали, что надо убрать. Да, да. Ну, Поэтому, есть такая проблема. Блин, есть такая и проблема. когда Яндекс, естественно, закрыл все коммуникации, ты мне пишешь: Ну давайте я вам расскажу про Яндекс, я такой. Ты уверен? Как ты сам себя чувствуешь? По, по этому поводу. А, а что случилось? Ну, давай хотя бы начнем с того, что сейчас Яндекс под сильным санкционным давлением. То, что вот на Яндекс санкции, на Волжин санкции, там назначили гендиректор Тиграна, сразу санкции, сразу ушел. Хотя бы с этого. Как ты себя чувствуешь по этому поводу? Ну, не знаю. Одно из преимуществ работы в большой компании долго. То, что ты как-то начинаешь относиться к этим волнам немножечко попроще, ты чувствуешь именно на подсознательном каком-то интуитивном уровне, насколько это большой корабль и сколько много штормов он уже пережил. И несмотря на то, что да, ты как бы видишь большие волны и все и, и вполне возможно эта волна там перевернет корабль и всякое такое, но почему-то, ну, байос... И эмоциональное ощущение от этого становится чуть более проще и стабильнее. Ты как бы понимаешь, ну не в первый раз, в принципе, как бы проблемки mm -hmm. у нас случаются. И это дает какой-то определенный якорь. И баэс, я, я как бы понимаю, что это возможно как бы искажение, но оно в данном случае играет в позитивную сторону. Поэтому я как-то верю все-таки. Не в, кажется, ну, что это в родную с такого кризиса еще не было. Но они все разные. Все не похожи это друг на идеальный друга. Шторм. И ну ну вот я говорю, то есть да такого ощущения не складывается. То есть у меня есть истор... ну, как бы память о mm. том, что было очень много штормов, каждый из них примерно казался как бы идеальным штормом, который может нас похоронить. Ну ничего, как-то выжили. И вот оно вышло вот на такой вот метауровень, что ты такой, ну да, бывают шторма. Хорошо так себя чувствовать. Да. Когда уходят э, большие и давние тоже люди, которые давно в Яндексе уходят, пишут такие, знаешь, злые посты. Как здесь себя чувствуешь? А, а кто написал злой пост из тех, кто большой ушел? А, ну вот, по-моему, Лев. Еще так Лев ушел. Я... Лев ушел с ну, условно, ну, не сто лет назад, ну, как бы достаточно Женщина, давно. -то, Тоня Самсонова, новостей, которая да. не, не новость, а она занималась Q. Q. И это был сервис э, The Question, который мы купили. Mm -hmm. И она поделала Q и потом ушла. Ну, как бы, не знаю, Тони привет, если будет смотреть, но мне кажется, что тоже как-то во-первых уж простите типа в, 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 в этой классификации топов не топов в моем понимании Тоня не то чтобы была прямо топ менеджером да угу. и как бы да она наверное отвечала там за важный большой кусок Слушай, в рамках но такой она Федерации не была бизнесов, не была я думаю можно называть их важными но Просто ты, наверное, когда говоришь, как бы, как ты чувствуешь себя, когда уходят топы, да? Uh -huh. Вот э, для меня топы это реально там, ну, слушай, для меня единицы, топ. <laughs> единицы, единицы, единицы в компании, да, которые uh -huh. действительно, ну там, от одного человека зависит там 25, там 20 процентов каких-то там решений, да? Вот, когда uh -huh. речь идет о руководителе сервиса, ну это, ну как бы. Ну, руководитель сервиса да наверное какое-то там весомое мнение mm. но тем не менее это не настолько она определяет как бы там всю компанию не настолько сестра на это конечно все воспринимать как топы вот любой короче кто-то больше чем какой-нибудь продуктовнер обществом и нами прям вот этот топяндекс пытаемся у Подсознательно большой круглый стол, ну, типа, подойти, Да, Это, это представляется, ну, вот, что ну, важный вот, человек, который много знает. Да, давайте вот. расскажем там, вам и, и, и зрителям, да, о том, как устроена, как устроена большая компания. То есть вы можете себе представить, что вот этот вот треугольник как бы иерархия, да, она строится по там, известным принципам, что у одного руководителя не может быть больше, чем там, 7, там, плюс-минус 2 mm -hmm. подчиненных. Да? У нас есть э, бизнес-юниты. Недавно появилось такое понятие как Бизнес группа это несколько бизнес юнитов. То есть бизнес юнит это такой группа, uh, типа самодостаточный бизнес. А? Группа это еда, например. Да? Нет, uh, еда это вот бизнес юнит, а например Райт-тех uh, uh, и Яком uh, e <къех> это вот бизнес группа. И, например, там поиск и портал, это тоже бизнес-группа. Вот у нас есть две больших бизнес-группы, в которые объединяют несколько бизнес-юнитов. Еще рядом лежат именно бизнес-юниты, которые такие более или менее, ну, там, не знаю, там, типа наших мультимедиа-сервисов. Да, и -то. вот Тоня, она глава бизнес-юнита. Тоня была, да, глава относительно небольшого бизнес-юнита, как бы, внешнего бизнеса, который uh -huh. мы купили и интегрировали в себя, который был внутри бизнес-группы поиска. Uh -huh. вот. Ну, вот просто, знаешь, из-за чего складывается такое впечатление? Вот э, закрытость коммуникаций. Выходит из этой закрытости человек, который, Хоть что вы, который да? выглядит, ну, относительно большим. Она управляла каким-то Не рядовой, сервисом. короче. Не рядовой. Не просто разраб вышел, не просто менеджер вышел, а довольно публичный человек. И говорит, я не хочу больше с этим ассоциироваться, все, хватит. Внутри yeah. такие да блин, или как? Ну и все. Не, на самом деле, э, там опять же конкретно про, про Тоню, как мне, типа, насколько я знаю, это было не то чтобы связано непосредственно с э, событиями, и ее уход, он типа, по факту она давно э, внутри компании как-то там перемещалась, искала себя, да, mm -hmm. и, можно сказать, находилась на каком-то таком шатающемся положении. И то, что одно с другим совпало... То есть не было, давайте типа политкорректно попытаюсь как-то так сформулировать, что не было это однозначно связано там со всеми событиями и с тем, что она не хочет себя именно вот там с этим ассоциировать вот и от этого еще вдвойне неприятнее, да, потому что там для многих людей внутри Яндекса это выглядит как типа спекуляция, mm -hmm. как типа попытка <с> прикрыть как бы действия ну, причины вот при причины, причина, причина, которыми были другие, да, и mm -hmm. по факту уже совершившееся там, да, увольнение, которое просто как-то пытаешься дополнительно еще проехаться на нем еще и под 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 этой повесткой. Ну слушай, я понимаю, что такое увольнение из хорошего места, когда ты не не можешь долго 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 даже сформулировать причину, почему ты ушел, и потом тебе последнее как это убийство. Но он происходит повод, да, происходит повод такой, да, это достаточно для того, чтобы стала последняя капля. Ну это, ну вот и вот и когда ты как бы вот как ты говоришь, когда ты смотришь действительно на это снаружи, у тебя может сложиться впечатление, что вот именно вот убийство кронпринца послужило как бы главным поводом, а то, что по факту находясь внутри. Ты видел очень много комплексных вещей, которые вот определили вот это вот, вот это состояние. Ну, оно по-другому сильно воспринимается не так болезненно. Наверное, если бы я был в Яндексе, я бы смотрел на это такими глазами, если бы снаружи другими. Тут же да. еще есть контекст, что уходя из Яндекса сейчас, учитывая, что его ругают, mm -hmm. ты тебе как бы надо это делать, наверное. Же еще бабук есть. Тоже mm -hmm. вас, насколько я знаю, ругает. А, а он тоже большой чувак был в Яндексе. Блин, вы меня вот прямо по-живому по заставляете, как это, рассказывать про, про всех людей, которые работали в Яндексе. Мое мнение о них, да? Но мы не спрашиваем твое мнение о них, мы спрашиваем, как вам с этим. Ну, вы... это же во многом зависит, понимаешь? То mm -hmm. есть если... Мое впечатление о там том же самом Грише, который последние годы, ну давайте будем честными, типа более или менее номинальную должность занимал, угу. да, он и, сам это говорил, и, такой, да. и не, стесняюсь. Н, да, н, не не то чтобы как бы сильно был вовлечен там в дела компании и так далее, ну не так не так его фигура воспринимается и воспринималась как бы снаружи, как изнутри, угу. вот, поэтому тоже. Это все с ну, того, да. о чем мы начали говорить, что из-за закрытости. А Яндекс очень закрытый. Да. Все слышат вот такие голоса. Да, да, да. Не и, и это то, почему я, собственно, и, и пытаюсь как-то сделать, поскольку я в том числе являюсь человеком, который как-то текущая моя область ответственности она про то чтобы коммуницировать в том числе что-то наружу mm -hmm. и мы тут недавно делали такой типа бренд там чего нам не хватает да? вот мне кажется нам очень не хватает какой-то искренности потому что причем что самое парадоксальное внутри Яндекса эта искренность есть то есть внутри Яндекса э, атмосфера очень открытая и очень э, такая как бы э, как совсем по-другому э, mm -hmm. относится э, рандомный индексоид из, из там даже безразных бизнес-юнитов друг к другу, как, как по отношению к внутри. Вот как я рассказывал про ту клетку э, первого офиса, да, где оболочка наружная как бы непроницаемая, но внутри все как mm -hmm. бы смотрят, смотрят в одно ядро. Примерно что-то похожее, в принципе, и сейчас есть внутри. То есть внутри компания, она очень открытая. Ты можешь, не знаю, там, прийти в любой бизнес-юнит, спросить что угодно. Ты можешь как бы прийти на любой, не знаю, там, э, демо, на отчет, на какие-то там гринлайты, как мы их называем, да, какие-то Регулярные планы, регулярный отчет о том, как продвигаются какие-то цели, можешь задать вопрос: там есть всякие мероприятия, всевозможные хуралы, как мы их называем по имени самого первого Хурала, такие на всю компанию, на большую бизнес-группу. Угу. И когда ты понимаешь вот этот вот мисс матч, что внутри-то ты вот это вот все видишь, а снаружи оно выглядит как такой черный ящик, из которого практически ничего э, не доносится. Вот хочется это, наверное, поменять. И этот, там, вот челлендж ближайших лет — это сделать так, чтобы Яндекс снаружи выглядел чуть более прозрачным Знаешь, и таким я разноцветным. пытаюсь себя ставить, допустим, на место, если будет человек, который отвечает за это, сделать ян коммуникации Яндекс во внешний мир искренними сейчас. Я не представляю, как это сейчас возможно сделать, потому что даже вот то, что ты говоришь, что внутри все искренне открыто, ну, представь такую ситуацию. Самое сейчас то, что громко и болезненно выглядящее со стороны. Кейс с Яндекс Новостями. На главной странице Яндекс Новостей есть белый список изданий, которые там показываются. И как бы долгое время Яндекс говорил, что это алгоритм. Не так. Там все алгоритмически. Не так. А, вот один из приколов, да, опять же, типа, почему ситуация изнутри и из, снаружи выглядит очень по-разному, да, и mm -hmm. почему вот там люди спрашивают: там, а не зашкварно ли тебе работать в Яндексе, где, значит, алгоритмы накручивают новости в угоду кровавому режиму? А ты имеешь доступ в Аркадию в нашей центральной репозитории, где хранится весь код, ты можешь пойти посмотреть в этот код и увидеть литерально, что там ничего такого нет. И то есть там он, нет алгоритма. И, в смысле, там нет алгоритма, который бы, вот, например, то, что ты говоришь про белый список, да. Ну. Это происходит не потому, что есть алгоритм, который так сделал, а потому что есть закон, который запрещает типа публиковать в э, новостях то, что не является неаккредитованным как средство массовой информации. Но никакой, например, накрутки э, э, и э, там пристукивания, да, и какого-то подко подкостыливания. Это э, что, что за закон? закон про СМИ. Есть э, средства массовой информации, uh -huh. а есть не средства массовой информации. Ты должен получить аккредитацию э, как средство массовой информации для того, чтобы тебя, в принципе, можно было пустить в новостной агрегатор, да, чтобы ты мог там присутствовать. Like, И таких... источник, источник вот этих всех проблем, он вот ровно uh -huh. оттуда, что... С точки зрения закона мы просто не имеем права этого делать. Ну подожди, подожди. Да, Медуза та же, допустим, она аккредитована как смена, долгое время еще не была иностранным агентом, и она даже была в президентском... Ну то есть ее пускали на брифинги в президентский пул, все такое, но... Слушай, я, ну, давай, как бы, я, наверное, поскольку не, не нахожусь непосредственно в эпицентре вот этого, типа, новостей и законотворчества, я могу путаться в формулировках, mm -hmm. но я знаю одно точно, что вот этот вот список того, что можно публиковать, он произошел не потому, что нам пришли и сказали э, в духе «так, давайте-ка вы побудете, типа, конформистами и сделаете так, как должно быть», а нам, mm -hmm. ну, нам, возможно, ровно это и сказали, но в виде закона который мы не можем как бы ослушаться, да, и, и в этом как бы разница. То есть одно дело, когда ты условно тихой сапой сливаешь что-то товарищу майору, потому что ты боишься, что тебя опять же тихой сапой что-то с тобой сделают, а другое дело, когда э, есть определенный закон, и вот у нас, например, там, про те же самые сливания и запросы про персональные данные, да, вот мы делаем transparency report, Mm -hmm. Который там, одни из немногих вообще компаний на рынке, даже в мировом, которые публично э, описывают, типа, что как и когда, какими типа, запросами было было ну, как бы сделано и выдано. И в этом смысле. Яндекс как раз уникальная компания. И почему вот я так про это говорю? Потому что я это знаю, будучи внутри, видя, как внутри устроены процессы, видя, как внутри устроен код репозитории, я знаю, что и как устроен флоу работы. Да, я знаю, что ничего из этого не происходит без э, как это, определенных прений, э, давления и mm -hmm. только под э, именно таким ну, жестким каким-то законодательным давлением. Ну, вот самое обидное, что это и выглядит не как законодательное давление, а как, ну, по-моему, те же, знаешь, при, вот при той же искренности, открытости, но доходит информация, например, когда появляется, что э, люди из Яндекс Новостей ходят на совещание в администрации президента и согласовывают список СМИ, которые там будут. Ну, но... и люди такие со стороны думают, ну, все понятно, да, это так это же, опять же, вопрос, типа, как трактовать. Если они пришли на совещание и им рассказали, что вот согласно закону вот эти СМИ имеют право здесь быть, а вот эти СМИ не имеют права быть, вот так вот называется статья, вот такие вот за нее последствия, ну, как бы... Ну, насколько я знаю эту статью, что как бы там многие издания, которые могли бы попасть и не нарушить закон, не попадали туда. Ну... Здесь ну, реально критическая разница. Если ты не делаешь ничего незаконного, mm -hmm. это, типа, меньший коллаборационизм, чем если ты втихую договариваешься. Правильно? Да-да-да. То есть да, одно, дело, то когда это... ты, одно дело, когда твой коллаборационизм, он реально как бы в серой зоне происходит, да? Mm -hmm. и вот и почему я говорю, то есть это я точно знаю, что все наши какие-то такие вещи, они происходят максимально в натяг Максимально типа с каким-то Ну, как это, Сопротивление. здоровым сопротивлением, да, что называется. <свят> И э, пока это действительно не выйдет в. Ну, то есть, вот наши отношения с государством, да, можно сказать, типа, весьма э, как бы в таком, типа, здоровом натяжении находится, да, то есть мы всегда, типа, переспрашиваем, всегда, как бы, как-то говорим и все такое. То есть, и это вдвойне, как бы, обидно видеть комментарии, когда люди такие говорят, вот, там, типа, это все, там, типа, государственная компания, а ты видишь, как много усилий внутри тратится на то, чтобы такими не быть, да, на то, чтобы как-то... Я понимаю, почему это свою линию. Да, когда ты стараешься делать что-то и люди не ценят, это, это капец как больно, я понимаю. Но вот на тот же вопрос, когда люди со стороны говорят, что они зашкварно сейчас работать в Яндексе. И даже если им объяснить, что ну, на самом деле нет никакой подковерной договорной этой, на самом деле мы пытаемся сопротивляться, но это закон. И например, ты думаешь... Окей, это закон. Хорошо, они, у них нет выбора. Закон надо, закон надо подчиняться. Что поделать? Ну, например, выходит закон, о доступе там товарища майора без суда к данным каким-то. И ты такой думаешь, Яндекс строит огромную-огромную инфраструктуру, которая так сильно влияет на жизнь страны, ну, которая уже так сильно в нее попадает, что при таких законах писать эту инфраструктуру реально становится опасно. И реально это может быть даже... А не будет ли это неэтично работать над такой системой, ты себе начинаешь думать. И поэтому говорю, что даже если сейчас в условиях такого законодательства делать такие вещи, да, это будет зашкварно. Ну видишь, вопросы этики очень тонкая материя, mm -hmm. и как-то очень много есть неоднозначных мнений на этот счет. Очень сложная вот. ситуация, да. Да. И, Если бы она была простой и черно-белой, да, там было бы намного проще жить. Да, Это было понятно. Намного проще жить. Вот, но то, то, что, опять же, не навязывая какое-то конкретное мнение, то, 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 чем могу поделиться, как бы с точки зрения своих каких-то внутренних ощущений, mm -hmm. что, как мне кажется, выбор примерно такой э, нуля заниматься развитием высокотехнологичных бизнесов или не заниматься mm -hmm. да там наверное ученые которые делали какие-то исследования которые привели к тому что создалась ядерная бомба вот там не знаю, можно ли и говорить, что они занимались чем-то аморальным или нельзя. Ой, Смотрите, поскольку, давай вот... поскольку есть, ну вот там, не знаю, в моей системе ценностей, да, есть угу. э, ну, понятие кармы, понятие цели своего действия, да, и причины и то, как, как ты в это вкладываешь. Да? То есть одни и те же действия, в зависимости от того, с какой целью ты это делал, из каких намерений ты это делал, они совершенно разную создают карму. И когда ты пытаешься делать, ну, благие вещи, да, даже благим посылом. С Видишь, на самом деле с порохом, ядерными бомбами или оружием тут же, на самом деле, если разобраться, можно найти простой ответ. Вот я делаю пистолеты и продаю всему миру. Я не зло. Зло тот, кто убивает. Я делаю пистолеты и отдаю их только злодеям, понимаешь? Или точно знаю, что купят только злодеи. И это уже другая ситуация. То есть, ну, то есть, ну... вот к тому, что вот развивать, развивать науку, да? Развивать науку хорошо. Заниматься ядерными исследованиями круто, потому что его можно реально использовать по-разному, и то, что ты там найдешь, это реально будет фундаментально и полезно для всего человечества. Но быть ученым во время развития ядерных технологий зарождения в Германии, там, в 40-х, в Советском Союзе 40-х, в Америке 40-х, а Франции это абсолютно разные условия занимания, занятия наукой. А ты делаешь одно и то же с одним и тем же посылом. А как того. Ну, то есть ты, ты знаешь, что вокруг такие условия, что этим точно, скорее всего... Ну, не точно, а скорее всего это будет направлено во вред. Ну, не знаю. То есть, то есть вот, вот прямо, прямо конкретика. Прикинь, насколько много Яндекс знает о своих пользователях. Вот, типа, если взять все ваши, всю mm -hmm. вашу инфу, а она потрясающе мощная, огромная, у нее очень много возможностей. Не будем говорить про наше государство. Представим себе, что пришел просто очень-очень злой человек... Который может этим воспользоваться. Точнее, что он есть уже. И ты точно знаешь, что он может этим воспользоваться. И ты продолжаешь это делать. Вот это сложная ситуация. Да. Ну, я, короче, для себя в этом смысле ну, выбор делаю моральный такой: что э, ты делаешь все э, для развития и делаешь все с тем, чтобы такого не случилось. Угу. А если такое случается, ну как бы так-то и быть. Ну то есть. Просто иначе можно было бы с палками-копалками продолжать бегать, как бы чего ни случилось, да, как бы там большой брат не начал бы за нами следить, как бы у нас не появилось пластиковых карточек, Слушай, как бы у нас не появилось а, ну, в этом... дешевых маленьких камер, там еще <Ethiopia> чего-то. В этом смысле не сильно от тебя отличаемся, что нас, например, обвиняют, что мы продолжаем платить налоги в стране или что-то такое, работать да, да, здесь, да. жить здесь, а как бы, ну, типа, у меня этот выбор нельзя отобрать, да, нельзя запретить мне в моей стране развиваться так, как я хочу. Да. Но это... С разными границами все. То есть где-то есть кейсы, когда ты просто настолько большое дерьмо можешь произойти просто из-за того, что ты такой я в своем праве здесь, в своей стране развивать вещи, которые мне важны. Что ты уже не можешь этого сделать. Я понял. Знаешь, вот, что, что мне кажется критически важно понимать вот в этих вот всех спорах? Каждый принимает решение сам для себя, uh -huh. во-первых, да, во всех этих порах. Но одна есть отличительная особенность. Насколько ты глубоко погружен в контекст, насколько много информации ты знаешь. Uh -huh. И вот, как мне кажется, судить о том, зашквар, не зашквар, присутствие в Яндексе и видя то, как что происходит, человек имеет чуть больше морального права, чем не присутствие в Яндексе и не видя, как оно происходит. То есть, если ты меньше погружен в контекст, uh -huh. сила и обоснованность твоих как бы, выводов и решения относительно ситуации она, ну, в моем понимании, меньше, чем если ты глубоко погружен в контекст. И вот чем больше ты погружаешься в контекст, тем больше у тебя морального права принимать э, как бы, какое-то какое решение. Тут ты прав, потому что со стороны это, получается, оголтелое обвинение. Но видишь что? Чтобы их не было, не надо быть закрытым. That's true. Закрыты. И вот мы здесь. <laughs> Спрашивайте. Я тут, поскольку к вам ехал, решил Гостинцы привезти, как так. полагается на поле чудес, да? а, Напиток богов из винограда сорта Мерло. Если ты обрадовался сейчас, то сбавь немножечко. Это не вино. Да. Это литерально виноградный сок сорта Мерло. Фига себе. Прикинь. Это такой прикол которые могут э, распарсить только люди, которые не пьют алкоголь, типа меня. Поскольку я уже порядка не знаю, 8 лет э, не, не пью алкоголь вообще, то я всячески себя развлекаю тем, что нахожу всячески разные классные безалкогольные напитки. В общем, мне любопытно. любопытно. Поэтому где там ваши чистые рекламные ну, кушечки? <свят> Знаешь, есть такая у нас студенческая поговорка, Конечно же, мелодия, что мы посуда моется тем, что из нее пьется. Да. Возможно, это повлияет немножечко на оттенки вкуса это напитка богов, мы говорим, напитка о... богов сорта. Афильон, а не будем прямо. Откровенно. Фига, это не как сок реально, это не как сок, это. Ваше здоровье, да, за то, чтобы все было хорошо. Я из-за него разлюбил чокаться. За шквар? Нет, потому что он, когда напивается, он чокается да. перед каждым глотком абсолютно. А напиваюсь я часто. А поскольку напиваюсь я часто... Братан, я задолбался чокаться, и сейчас я уже такой... Я вычокал все просто, все чоки за свою жизнь на, на будущее. У него теперь правило – один бокал, один чок. Да, приходится А как же вот это вот нельзя чокаться, если не обновишь? У такая же Мои правила этикета застольного, ортодоксально-среднерусского, говорят о том, что только если нужно чуть-чуть обновить, тогда можно. Ты нарушаешь русский застольный этикет своим постоянным чоканием. А вот не надо мне теперь писать слезные эти сообщения, почему ты со мной больше не бухаешь? Больше не пишу. Потому что знаю. все, разрушено. Сам это событие. Ладно. И не обломился бы, наверное. Угу. Будет, будет монтажная склейка классная, да? Да нет, мы оставим, как я захожу. в Кадры, естественно, я оставляю. Как мы всегда же так делаем. Слушай, тебе не кажется, что ну, при, при твоей любви к Яндексу и презности такой, тебе не кажется, что он мог бы оказаться сильнее во всей этой ситуации. Что, ну, кто, что Яндекс мог бы оказаться да, что он своей такой, ну, в принципе, уже и медийной мощи мог бы, в принципе, превозмочь. Типа мог бы повлиять на наше государство и мог бы стать, типа, breaking change да. и вот это все? Да. А, ну, давайте, мы же честные мнения да, как бы Твой, высказываем как искренне, думаешь, да? и, и по своим собственным ощущениям. Мне кажется, если честно, то нет. То есть мне кажется, что вот все те люди, которые э, аргументируют к тому, что типа сражайся или умри, угу. э, ну, немножко переоценивают э, как бы степень возможностей. Угу. Опять же, можно это считать там трусостью, но, наверное, у меня есть какое-то право об этом говорить, понимая силу компании, на что мы способны и что мы можем сделать. <гум> вот. Мне не кажется, что вот это вот с ножом против паровоза или как бы муха об стену, да, <гум> это как бы правильный способ расходования своей жизненной энергии. Ну, довольно мощный же ресурс, когда там 20 миллионов человек заходит на главное. И если бы они там видели что-то другое. <гум> может быть. Ну прикинь, да, вот это, наверное, сейчас я говорю, а это прямо вот уголовочка. Да. Не знаю, тут вот видишь, в чем еще, в чем еще суть, что вот из, из ДНК Яндекса, да, угу. вот эта вот тема с тем, что мы изначально пытаемся быть вне этого. И мы, правда немножко местами даже, может быть, и рационально последовательны в этом, потому что иногда наши действия как бы не очень к рациональным последствиям приводят вот, в нашей попытке следовать вот этому принципу. Но мы правда считаем, что э, можно пытаться стоять от этого в стороне, и, черт возьми, у нас получалось как бы достаточно много лет, Вполне возможно, как бы будет получаться, дай Бог, будет получаться дальше. Вот. То есть, действительно, э, вот там те обвинения, которые есть про то, что мы там уже давно там чем-то занимаемся таким, они ну, как бы безосновательны. У нас очень много внутри э, такого параллельного мирка. Да? Ты как бы заходишь внутрь Яндекса, ты попадаешь в такой своеобразный пузырь, где вещи происходят совершенно по-другому, где Иногда, даже когда тебя выкидывает волю судеб во внешний мир, и ты сталкиваешься, как бы, с какой-то другой реальностью, иногда прям ощущается очень сильно вот этот вот. Ну, ладно, одно дело мнение в коллаборировании. Мы не супер журналист расследователи ты не Волош, который типа абсолютно всей полнотой знаний обладает. А кстати, Волош, в чем и прикол? Волош тоже не обладает абсолютно полнотой знаний. Это вот удивительная такая вещь, как там. Буквально недавно там и Аркадий и Тигранты mm -hmm. уже смеялись там, на очередном хурале. Да и я, ну, вот у меня в, в моей карьере была практика того, что я там руководил достаточно большим подразделением, да, там, порядка 300 человек. И вот многие такие думают, вот ты раз начальник, mm -hmm. у тебя есть как бы полнота знаний и полнота власти. Так вот, типа, ни нифига, нифига подобного. То ну, есть, понятно, даже... система, которая уже в своей жизнью живет. Видишь, да. на чем строятся вот эти претензии к вам, что вы недостаточно делаете. Я не буду говорить от лица людей, которые вне IT, потому что у них там, они, понятно, вообще очень слабо себя представляют, как это работает. Я скажу от айтишников, как мы себя чувствуем. Вот мы как вы. Все, весь этот период расцвета IT в России, мы с вами жили в другом мире, айтишники. Мы жили не в мире обычных людей. У нас вот есть это обычная Россия, есть Москва, а есть еще IT. И мы все играли в эту игру, что мы вне. То есть у России какой-то свой путь у нашего государства свой путь, а у нас свой, мы как бы на весь мир делаем, мы живем в своем пузыре, у нас все хорошо, у нас культура, у нас, типа, развитие, мы не, не хотим копаться здесь в говне в каком-то и так далее, нас это как будто не касается. И вот государство, от которого мы стоим, вот как и вы, вовне, То есть, типа, мы не с ним, мы с ним не взаимодействуем, не выбираем, вообще не играем с ним ни во что, мы делаем вид, как будто его нет. Оно нас потихонечку подпинывало весь этот период всего вот этого вот расцвета IT. И сейчас глазами большинства из нас настал момент, когда оно типа, залезло на нас настолько сильно, что его уже нельзя игнорировать. если Яндекс, возможно, верит в то, что он это переживет, то обычный айтишник в России не верит в то, что он здесь это переживет. То есть вот чувак, который работает в галерее в Москве, не верит в то, что у него жизнь останется такой, как была, или хотя бы сравнимой, ну, если он останется в России. И вот эти чуваки, они чувствуют, что на нас мы себя с вами ассоциируем. Вы сами все эти годы ходили с флагом, что вы самая крутая эти компания в стране. Не знаю, намеренно или нет, но так сложилось. И мы ждем, что вы, как, как наш лидер, типа, будете чувствовать то же самое, что и мы, потому что мы себя с вами ассоциируем, вы этого не делаете. И это чувствуется, когда вы говорите, что вы вовне, а мы не чувствуем, что мы вовне. И у нас-то нет ресурсов просто продолжать дальше жить. И мы идем рисковать с ножом на паровоз, Писать какие-то антивоенные посты, рисковать зоной. А ну вот, например, я это делаю, а я рискую то Ну, типа, у меня огромные риски. У меня две дочери здесь, я не хочу уезжать. Типа, если я проиграю, я проиграю, ну, я, ну, какой там фил против государства. Я потеряю все и потеряю очень. Это все у меня, оно дорогое, оно для меня много значит. А вы этого не делаете, даже того, что делаю я. И вот отсюда эта претензия растет. Ну, я тебе еще вкину в, 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 не без того непростую задачку композиционную, да, позиционную, еще тебе вкину одно такое соображение, что э, на самом деле существует больше одного мнения. И Яндекс настолько большая компания, что как, как бы внутри Яндекса есть самые разные мнения, в том числе на ситуацию. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот это вот наше нежелание иметь какую-то определенную позицию по там, целому ряду вопросов, оно в том числе продиктовано тем, что нам хотелось бы собрать действительно большую компанию, потому что там э, только ну, нам очень не хватает хороших кадров, да. И только собрав всех талантливых разработчиков в одной области, создав для них вот этот самый закрытый мирок, где они могут заниматься технологиями и каким-то там, не побоюсь, этого слова, наукой, мы можем претендовать на то, чтобы на то, что мы сделали все возможное для того, чтобы совершить какие-то технологические прорывы. И из-за того, что у нас есть вот эта вот необходимость э, консолидировать всех людей вот определенной специализации, мы, ну по сути, вынуждены э, не проводить дополнительной сегрегации, потому что если бы мы, например, сказали так, вот мы компания, где работают люди только с определенным мнением, да, и mm -hmm. это сразу отсекает от нас ну, существенный слушай, существенный пла существенный пласт людей и поэтому вот позиция когда давайте значит каждый свои там личные предпочтения вероисповедания что-то еще оставит ну, за скобками а внутри мы сосредоточимся на, на чем-то что нас объединяет она помогает создать ну, действительно большую компанию увлеченных как бы людей. Например, я веган. Веган, если вы не знали, это человек, который не ест ничего, не употребляет никаких продуктов животного происхождения и, в принципе, даже с этической точки зрения не использует в одежде, в косметике и так далее ничего, что связано с каким-то насилием над животными. И вот с точки зрения моих морально-этических концепций и моих морально-этических ценностей, многие люди вокруг совершают ужасные, жестокие дела каждый день. И как бы как-то есть кровавое мясо. Это даже не фигура речи, как бы для меня, когда я общаюсь там с большим количеством всех людей. И тем не менее, там в моей семье есть люди, которые не разделяют мои взгляды, да, есть люди, которые там питаются по-другому и живут и имеют другие ценности. И если бы я акцентировался на том, что, типа, а вот, значит, у нас есть разница, и давайте я буду воинствующим веганом, который будет каждый раз там трупнину у вас изо рта выдергивать и вести какую-то, типа, активную пропаганду, да. Ну, ну, как бы это странно, в том смысле, что это не очень здоровый путь, который не объединяет нас, а который, наоборот, нас разъединяет. И примерно то же самое и с другого, с другого рода вот вещами, которые могут казаться, например, там, жестокими, может казаться, да как ты можешь там, вот, сесть э, с человеком там, с одним за один стол. Но очень просто, если ты понимаешь, какова твоя цель, понимаешь, что у тебя есть какое-то более высокоуровневое намерение, и тебе для того, чтобы это намерение осуществить, потребуются все ресурсы, то ты находишь пути. Там. смотри, ты говоришь о политических взглядах, и они действительно у всех разные очень разные, но мы же не говорим про ситуацию, где вот там решить, кто прав, кто виноват. У вас же ситуация другая. Вы в одной лодке, и вам конкретная вещь вредит, вредит Яндексу. Вот прямо прямо сейчас. То есть неважно, как ты смотришь на геополитику. Если ты живешь в России, то ну, твой бизнес, все что ты строишь, начинает рушиться из-за того, что государство поступает так, а не иначе. А ты большая компания, ты как бы как-то ты можешь на него повлиять. Вот вы же, например, ты сам говорил, что вы влияете, когда они модерируют новости. Вы сопротивляетесь. Потому что модерация новостей вам вредит. И вот очень многие вещи, которые делает государство, оно вредит вам и нам, айтишникам. То есть это неважно, как ты смотришь на то, да, да, да. Угу. кто хороший, кто плохой. Вот они пришли и нам то, навредили. Важно то, понимаешь ли ты, что ты делаешь все возможное изо всех сил. Вот одна из моих любимых поговорок угу. это дай мне сил изменить то, что я изменить в состоянии, дай мне смирение смириться с тем, в чем я смириться не в состоянии, в смысле, на что я повлиять не в состоянии, и мудрости отличить одно от другого. И вот, как мне кажется, понимать а точно ли ты делаешь все, что зависит от твоих сил? Ну, можно непосредственно в каком-то очаге действия uh -huh. и мое ощущение от того, как компания там ведет себя на протяжении там последних лет и в том числе в последнее время, оно типа очень сильно близко к тому, что мы делаем все от нас возможное. Мне очень сложно передать это ощущение как бы стороннему наблюдателю, да, потому что к сторонний наблюдатель с дивана всегда как бы имеет возможность сказать, что да нет типа можно было бы давно как бы все закрыть, разойтись uh -huh. или там как там э -э -э саботировать и, и еще что то такое еще кучу накинет вариантов но, не знаю, как когда, ты, когда ты висишь на турнике, и тебе говорят, ты можешь еще один раз подтянуться, я знаю. Mm -hmm. И когда ты сам как бы чувствуешь, могу ли я подтянуться еще один раз. Ну, это очень разные ощущения. Но я понимаю, что здесь, а, можете ли вы сделать больше или нет, и сработает ли это, это вопрос капец в дискуссии. Вот. Да. И его очень сложно понять. Да. Ну, то есть, и, для лично... того, чтобы, и для того, чтобы адекватно эту дискуссию вести нужно быть погруженным одинаково в один и тот же контекст. Нужно быть как бы приближенным с точки зрения количества информации, которой ты владеешь. То есть просто даже вот, например, вот эта вот любимая тема про менеджеров, которые приходят и говорят, сколько вы там на estimate или вашу задачу, Че? Да, я на ПХП это сделаю за два часа, да? И особенно вот эта проблема менеджеров, которые когда-то давно были разработчиками, но с тех пор много воды утекло, и технологии поменялись а estimates у них все еще такие, там, да? Что? Компилировать JavaScript, типа, да? Это же интерпретируемый язык, что вы мне рассказываете? Ну вот из той информации, которая у нас мы чуть-чуть просачивается. И видны такие кейсы. Вот позиция, мы стараемся быть вне этого и оградить разработчиков, закрыть их в, в пузырьке, где они будут заниматься технологиями, и так мы сможем собрать больше талантливых людей. Но получается так, что мы вне этого всего, это тоже позиция. И эту позицию разделяют все меньше и меньше, как, я надеюсь, и как мне кажется. И вот у нас пример, что ClickHouse это же ну, один из, прямо, одна из гордостей Яндекса, реально классная технология, которая на весь мир одна из лучших, где там есть какие-то продукты, которые стоят огромные деньги, их там надо поддерживать огромными силами, они хуже, чем бесплатный Кликхаус, который бери и внедряй, там лучше. Кликхаус выходит и пишет протестные вещи команда. Ну, у них есть возможность это делать, и Кликхаус нынче это отдельная компания. Вот я говорю, что и... они выходят из этого, понимаешь, из этой позиции, и получается так, что это, это тоже плохо срабатывает, когда мы вне этого. Так нет, у них же, же, нет, того, такой собрать, у них же нет такой выходит. цели. У них же нет такой цели. У Кликхауса нет цели консолидировать под собой как можно больше людей, потому что Кликхаус mm — -hmm. это монопродуктовая относительно компания, и их продуктовые амбиции сильно меньше, чем та линейка как бы, продуктов и влияния на жизнь, на которую как Яндекс. Я в, это просто как Янекс. пример того, что талантливым, реально талантливым инженерам не нашлось места внутри вот этой позиции что мы вне да это то, то что ты говоришь это, это безусловно как бы когда ты пытаешься не принимать ни одну ни вторую сторону тебе в итоге привлекает и от одной и от второй стороны да. но не знаю мне кажется что это как раз момент истины когда мы ну как бы практикой проверим как-то а можем ли мы выжить и можем ли мы все-таки убедить обе стороны что от того что мы не принимаем мнение одной из не означает, что мы принимаем мнение другой из. И вот эти все попытки втянуть нас и сказать, что нет, на самом деле, если вы не принимаете никакую сторону, то это означает, что вы принимаете сторону. Вот мы пытаемся проводить все-таки э, такую такую как бы линию, что нет, это не одно и то же. То есть вот, можно э, как-то консолидировать разработчиков. Безотносительно там, их э, религиозных взглядов, без относительно их политических взглядов, без относительно их отношения там, э, к текущей ситуации. Вот. Ну, опять же, будущее нас рассудит, как бы, <laughs> насколько у нас это получится, да, очевидно, возможно, кто-то ну, найдутся такие люди, которые от этого отколятся. Но текущая наша ну, типа, условный консенсус да, э, там, условных топов он состоит в том, что все-таки у нас есть все шансы попытаться взять с собой вот на корабль людей, которые готовы оставить э, за скобками э, при э, работе, да, вот такие вот вещи. Не очень уследил, чем э, закончилась история с продажей всяких разных этих, типа, дзен продали в итоге или нет? А, а, far As far I, I know, know сейчас, по-моему, на одобрении у фаса находится, или, угу. может быть, я тоже там не то чтобы супер пристально за этим слежу, э, возможно, уже одобрение получили, возможно, нет. По-моему, -мо получили даже уже. Угу. Ну, в общем, да. Как-то оно там, кажется, более или менее движется, да. Но а, твой вопрос, наверное, не в этом. новости? И новости тоже, там они идут вроде как одним комплектом. Ну, то есть это же тоже со стороны сейчас, во всех этих странных политических играх, это же тоже выглядит как, -то, как какая-то позиция. Что мы хотя бы давайте попробуем избавиться от самого токсичного. <звы> Не, ну видишь, это, грубо говоря, пример, вот как Фил правильно сказал, что в тот момент, когда ситуация развивается таким образом, что вот эти вот два параллельных мира начинаются просачив... начинают mm -hmm. просачиваться один с другой, да, как помните в этом ночном дозоре было, там типа есть мир с ума, mm -hmm. да? есть типа параллельные реальности и и, и в какой-то момент они действительно начинают как бы чутка пересекаться, да, проявляются проломы из одного мира в другой и как бы эти проломы и порталы можно пытаться как-то ну, вот изолировать. У меня со стороны ощущение, что не получится. Ну, то есть смотри. Ладно, вас там многие во всем Мы обречены, обвиняют. да. <laughs> да, вас <смех> многие <смех> во всем обвиняют. Вот такие типы, как я, да, или такие типы, как Медуза. Это же ну, ни хера не damage. Это там какие-то разработчики к вам из-за этого не пойдут, какие-то от вас уйдут. Но ну, это не утопит Яндекс. Но реальность. Государство наше, другие государства, они такие, так, кто у них там главный в Яндексе? Тигран, давайте его под санкцией. Бах. Тигран такой, бах, я не в Яндексе. Они такие, кто следующий? Волыш. Волош. Он такой, оп, я не в Яндексе. Это взял...». вообще, кстати, странно, почему они начали не с Аркадия, это отдельно э, иллюстрирует... Почему они не начали с компании? Зачем да, они да, из компании. Это отдельно иллюстрирует э, как бы степень того, насколько э, происходят э, странные и непонятные да, вещи. Ну, короче, вас давит-то не какое-то там, знаешь, общественное осуждение, а вот та самая реальность, про которую вам все и кричат, что вот эта реальность, ее не получится игнорировать. И именно она-то и уничтожает вас. То есть, вот из-за государства ну, вам пришлось два крутых сервиса продать. Раз. И вы такие, ты, ты говоришь, это пролом. Там пять топ-менеджеров санкционировали, такие тоже пролом. Они вам такси в Эстонии не пять, запретили. Двух. Это условно. Дойдут и легитимный Такси там где-то запретили, такие тоже опять пролом. И вот, ну, ты не чувствуешь, как они накапливаются, эти проломы. Чувствую, но дальше у тебя выбор. Вот как я часто говорю своим подчиненным, в том числе, да. Дальше у тебя выбор. Ты можешь. Как бы пойти по легкому пораженческому пути, можешь пойти по тяжелому пути продвижения и гнуть свою линию. да. И mm -hmm. да, безусловно, возникает типа соблазн, ты был флипнуться, или сказать: там типа все, там, да, что я вообще должен легко найду работу в другом месте или там еще что-нибудь такое. Но я воспринимаю лично, да, опять же, вот, mm -hmm. мое мнение: то есть, что это просто пораженчество и просто такая как бы, ну, слабая уйти позиция. из Яндекса тебе, да. Но, Нет, ну а и в целом Яндекс. самому Яндексу, самому Яндексу как бы коллапсировать из-за того, что э, сказать, что все это дальше невозможно, и я не могу так больше жить ну, и сопротивляться. Ну, так, так, знаю, это понятно. Это, как ну по... так это вообще это самый странный сценарий, так конечно не будет. Но вот смотри, э, давление с разных сторон. Вот э, ту линию, которая сейчас держит Яндекс, она вот на него влияет такими ущербами. Да. Вот эти. Мы их понимаем, мы их видим. То есть, а что, если пофантазировать, а что будет, если бы Яндекс зашел в другой линией? Если бы вот такой Яндекс сделал такой вдохновляющий демарш, что бы с ним сделали? Ну, как-то, лиф, да Янг, Все очень быстро бы закончилось. То есть, ты думаешь, это прямо закончилось? Нет, да. ни такси, ничего. Я думаю, что Яндекс в том виде, в котором он существует сейчас, если бы мы... Ну, потому что как-то... Начиная с того факта, что, сделав бы это, мы нарушили бы один из своих корневых принципов, а значит, по определению мы бы перестали бы быть сами собой. Угу. Вот. И... Ну, Но чтобы вас экстремистская организация объявили. Нет, их бы отдали какому-нибудь грефу. Попилили, бы, попилили бы по кускам и рассовали бы по маломальски приемлемым местам. Ну, в смысле, по местам, которые могут принять, и все. Ну, то есть, я повторюсь, для меня вот это исключительно вопрос, типа, сдаешься ли ты, или ты продолжаешь гнуть свою линию. И в моем характере не сдаваться. Но смотри, а если ты в какой-то момент понял, что твоя линия неправильная? Вот ты говоришь, Яндекс все время морфирует. Мир меняется, Яндекс меняется. Яндекс был такусенькая такой теперь Яндекс супергигант. Яндекс. Значим, он не может оставаться таким же, какой был, uh -huh. когда был очень маленький. И вот был какой-то корневой принцип. Я уверен, что не один. Я думаю, что если все будет развиваться, не будет какого-то тотального кошмара, то рано или поздно Яндекс все свои корневые принципы пересмотрит. Возможно. Но тут именно вот отличие в том, делать это постепенно эволюционно или делать это резко. Один из моих э, таких принципов, что не надо совершать каких-то резких телодвижений. Любое решение, если ты хочешь, чтобы оно было взвешенным, должно происходить по градиенту. Вот знаешь, когда ты делаешь градиент, я, как разработчик интерфейсов, буду проводить визуальные аналогии, вот когда ты делаешь градиент от какого-то цвета к какому-то, ты идешь, 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 и ты не можешь четко отследить границу, в какой момент этот цвет перестать, перестал быть другим. И вот примерно то же самое должно происходить со всеми такими судьбоносными решениями. То есть ты должен какой-то принцип поменять свой не одномоментно, потому что что-то у тебя перещелкнуло и ты такой mm -hmm. типа о все, теперь уже мы должны измениться в угоду изменившимся обстоятельствам, мы уже не можем быть такими, как прежде. Скорее всего, если такой даже стейтмент и происходит, ты это формулируешь как, типа, вот с завтрашнего дня мы другие, скорее всего, это уже ты зашел как бы в этом градиенте, и уже ты точно понимаешь, что нынче цвет, цвет другой, да, но сами события, которые этому предшествовали, они, скорее всего, были растянуты во времени. И вот все, что мне кажется, ну, как нужно сейчас нам сделать, это просто ну, как бы не делать резких телодвижений, что не отменяя этого того факта, что мы можем находиться вот в этом транзитивном периоде, и, возможно, там какой-то цвет поменяется. И, возможно, когда уже мы окончательно осознаем, что там, не знаю, цвет изменился, да, может быть, там, это для кого-то станет причиной, там, в том числе для меня, например, да, там, покинуть компанию. То есть никто из нас, сторожил Яндексоидов, не исключает ситуации, что когда-нибудь мы будем работать не в Яндексе. Да, но тут покинуть, изменить ее, тут же э, ставить этот принцип под сомнение стоило достаточно рано. Потому что не первый же раз. Не первый раз. Не первый раз государство приходит и типа и сильно меняет вам правила игры. Из-за этого. Но, видишь, и, что... но и. Но и как я говорю, вот помните, там, до этого мы обсуждали, что а, вот эти все предыдущие шторма и предыдущие изменения они как раз и заставляют иметь какую-то такую немножечко местами инфантильную надежду, что у -у -у. и в этот раз получится. Потому что даже предыдущие разы, которые можно было в моменте трактовать как что-то там однозначно плохое, что, что на нас очень сильно повлияет, тем не менее мы как-то пережили. И, и с тех пор у нас есть какие-то позитивные достижения, которые более или менее однозначно там даже обществом трактуются как позитивные изменения. Не страшно, Действие что достижения. в итоге все равно придет к, к этому пути, к той же точке? по которой вы бы прошли путем демарша. Что -то точка будет та же, что он все равно окажется распилен, все равно он окажется взят и поставлен mm -hmm. к кто-нибудь там. Да, страшно. Ну, сын, не, страшно ли, не страшно ли лягушки, которая во рту у, у цапли держится за горло, что не знаю. в конечном Про счете она, не знаю, будет, она будет проглочена? Наверное, страшно, но в каком-то смысле ты не можешь не сопротивляться, ты не можешь не, не пройти по этому сложному пути. Недавно была скандальная новость о том, что в неких российских IT-компаниях начинают увольнять или очень сильно кошмарить украинцев. Рилли? Really? Да. Потому что они якобы люди опасаются, что они будут саботажить. Ничего такого не знаю. Не есть, типа, и у, мы теперь... у нас очень <говорит> много работает людей, как бы, из Украины. Uh -huh. а, ну, как очень много, я не знаю, в смысле, слова такие ну, достаточно большое количество, да, и работало там до 2014 года, и в Симферополе, в том числе, да, и, и из Киева, и вообще там как-то и офис у нас же раньше был в Киеве, да, yeah, и, okay. и... Ну, в общем. Вот. Каких-то прямо таких вот кейсов саботажа и чего-то такого, не знаю. Если они есть, то, наверное, СИП о них очень сильно умалчивает. Хотя, в mm -hmm. принципе, у нас ну, достаточно открыто про такие инциденты ну, типа, обсуждается внутри, на хуралах. Не знаю. В общем, я не обратил внимания, что есть какая-то... Потому что я думаю, что одна из причин этого, что если человек действительно работает внутри Яндекса у него сильно больше вероятности увидеть, узреть и осознать, насколько Яндекс не является как бы врагом и не является тем объектом, на который нужно направлять свои усилия. Ну, тут как бы это все равно ситуация сейчас особенно острая, меня еще вообще все. И понимаешь, после новости на все компании смотрят с подозрением. Так я а вдруг это окажется, они а не а вдруг это окажется, я а вдруг это окажется эти. И поэтому как-то, знаешь, такая атмосфера паранойи появляется. Но окей, да, вряд ли это выяснится вообще что-то дальше с этой ситуацией. При том, что там сразу был ответ от правительства, что делать это так, никто ни в коем случае. Но вот этот вот, да, то, что наша IT... Осадочек там, остался? Ну, ладно, даже не это. То, что вот наша IT, оно СНГшное было. То есть много людей отовсюду работают вместе в одних компаниях. Yeah. Беларусь, Украина, Казахстан, там, Таджикистан, Узбекистан, все-все-все-все-все. И я сам в такой работал. Я работал в Wargaming тогда как раз в самом самом-самом начале 15 -го года, как раз уже когда началось прямо обострение уже после Крыма, все на востоке Украины. То есть было тяжело. И у нас как бы СНГ-шный офис, в одной комнате все. И, ну, в принципе, все было нормально. Жестких конфликтов не было, но был один такой, чуть-чуть не разросшийся. Когда началась сейчас война слухов тоже всяких ходит про разные компании там про что якобы в кипрском офисе там одной компании там чуть ли не подрались люди уже между собой и вот сейчас ну все равно же в Яндексе тоже работают всего СНГ люди у нас есть как внутренний э, анонимный борт ага. э, по аналогии с форчаном э, он называется ячан вот, и там э, очень много бурлений, конечно, со всех сторон. И мне кажется очень хорошо, что он у нас есть, потому что люди из конфликтов явных, face-to-face как бы -face mm -hmm. в open space переносят это в виртуальное пространство, и там выпускают свой пар. Вот. Э, ну, пар есть, давление в системе, безусловно, есть. Э, известно ли мне какие-то как бы, прямо совсем далеко идущие какие-то кейсы? Ну, скорее нет. Известно ли тебе, каково им вообще, например, ребятам из Украины, которые работают сейчас в Яндексе? А, ну, по-разному. Ну, в смысле, я знаю разных, разных людей. В том числе знаю тех, которые как бы уходят. Но mm -hmm. вот то, то, что я как бы сказал, это может звучать реально как бы пафосно, но не знаю, вот из моего окружения, да, людей, mm -hmm. которые как бы работают э, украинцев? реально я вот прямо знаю людей, которые как бы чувствуют и понимают, что такое Яндекс на самом деле, понимают это изнутри и понимают, что как бы враг не здесь. Ну, угу. слушай, да, сейчас вообще это у всех очень трудно. Все начинают постепенно, чем дольше найдется, забывать, где враг. И видеть врагов в тех, до кого хотя бы можно дотянуться. Это, да. сейчас это знаешь, как это этот тот синдром, структур. когда как там, у обезьян, да, когда какой-нибудь альфа-самец, значит, бьет э, самку, а она в ответ бьет своего детеныша. Типа. Не потому, что он виноват, а просто потому, что да. она до него может дотянуться. У -у -у. Я тут, к сожалению, очень много сейчас такого наблюдаю. Ну, у людей много агрессии, обида на мир это понятно. Да. Не объяснимо абсолютно, то есть в этом смысле как-то нету каких-то сюрпризов, но все равно от этого не, не менее, не менее обидно, потому да. что Яндекс сильный СНГ шный, да, то есть у вас же ну всех, наверное, ребят очень. Да, 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 ну, то есть у нас как бы поскольку исторически мы ну там большое количество русскоязычных разработчиков нанимаем, там как бы понамешано всего. Мне вот интересно, если бы у вас сейчас была кнопка перестать быть русской компанией во всех смыслах, казаться где-нибудь во Франции со всеми своими сервисами. ХЗ. В смысле, не знаю, вот то, что мы пытались сделать долгие годы, не знаю, может быть вы в курсе, не в курсе, там у нас было EPP, например, с Турцией, да, Яндекс в целом давно пытается, кое-где даже более-менее с успешным трекшеном сделать международную компанию и построить международный бизнес. То есть там был момент, когда мы думали, что в целом сфокусированы были на Россию и думали, что в принципе и России хватит, и там не нужно иметь каких-то международных амбиций. В какой-то момент мы начали понимать, что есть все-таки у нас международные амбиции, но это было как бы связано не знаю, просто вот с той же самым вопросом устойчивости, да, с тем, чтобы максимально как бы вырасти по масштабам, максимально mm -hmm. меньше зависеть от каких-то всплесков волн mm -hmm. э, э, и, и так далее вот и даже сейчас вот там не знаю, почему вы не задаете этот острый вопрос про кучу офисов, которые там постоянные слухи, что вот Яндекс переезжает то в Армению, то в Израиль. Ну, я сейчас хотел спросить про Израиль, да, как раз. Вот. Ну, как бы индексоидов, разбросанных по миру из-за вот этих разных международных инициатив и из-за того, что в пандемии у нас был режим домиков в деревне, когда ты мог уезжать куда угодно. Mm -hmm. Их, в принципе, очень много. И компания всячески пытается помогать им э, на местах э, как бы жить, то есть не то чтобы у нас есть явная программа релокации, да, потому что это ну слишком на самом деле затратно для компании, да материально там не сходится юнит экономика, но все что в наших состояниях сделать, все что на ваш, наших силах сделать, мы стараемся делать, да, даже если это там в какой-то момент э -э -э, в наших силах оказывается, чтобы Аркадий поговорил с каким-нибудь там министром, да, ну, типа, почему нет? То есть вот все, что можно сделать для сотрудников, чтобы им как-то помочь, мы делаем, но, mm. конечно, <с uma> не больше, просто потому что... Это было бы очень красиво, например, всем выдать кучу бабла и после этого закрыть компанию <laughs> за, за убыточностью. Да? Вот, но, но очень недолго. Вот, мы пытаемся все-таки, чтобы мы это делали и в то же время продолжали оставаться успешным бизнесом да, со сходящейся юнит-экономикой. Вот, поэтому, да, ну, много есть э, людей, которые работают э, везде. И это, наверное, то, что мы хотели бы мы хотели бы нажать кнопку и быть действительно международной компанией. И, наверное, мы, может быть, сожалеем, что не получилось это сделать там, достаточно быстро, да? mm -hmm. Но тоже не могу сказать: опять же, в рамках программы искренности, что мы э, хотели бы там разассоциироваться с Россией. Да? Ну, то есть, у меня не складывается такое впечатление относительно там. Среднестатистического индексоида. Да? У многих индексоидов много патриотических чувств. И многие хотят ну, слушай Чтобы в России, чтобы в России было все хорошо. Поэтому да. Что будет дальше с Яндексом? Какой, под, представь как ты видишь, какое будущее ждет. К чему в итоге все это придет? А, не, не, давай я сконкретизирую вопрос. Я надеюсь, что с Яндексом все будет хорошо то у нас будет э, устойчивый бизнес, состоящий из большого количества разнонаправленных продуктовых направлений. Как здесь, так и того, снаружи. Что, что в России теперь, как раньше, не будет. Что она встала на путь. Чего? Хочу стать Северной Кореей. Изоляция? мы будем слишком похожи на Северную Корею, что мы слишком изолируемся, что санкции нас слишком зажмут. Ну, Что есть такой риск, такой в элеси. В элеси. есть такой риск, ну, зажмут, будет как вот в Северной Корее, какие там компании есть а айтишные, <с да, возможно, но опять же, я там тот еще мамкин макрополитик, но, как мне кажется, Россия слишком большая, чтобы повторить сценарий вот текущих известных изолированных стран. И очень уж тоже. много, очень уж много людей русскоязычных разбросаны там по всему миру. То есть если даже у Ирана получается быть там как-то интегрированным в мировое сообщество в силу там раскиданных угу. людей везде, мне кажется, тоже так уж прямо вот изолировать Россию, как бы. Хорошо, тогда еще чуть-чуть. Физически чуть, не получится. Еще чуть-чуть конкретизировать. Да, мы все тут мамки на геополитике. Я вообще недавно узнал о том, что Берлин-то был кругом, стеной кругом унесен. Я думал, что там пополам просто Германии. Я это было посередине. Я еще рассуждаю о политике, серьезно. Но, ну да, все, мы не знаем, что будет. Вот сейчас каждый месяц может быть абсолютным разрушением всех прогнозов. Хрен знает, что будет. Вообще хрен знает, что будет. Но вы, как компания, у которой стратегия найма, Долгосрочная. Это долгосрочное. Это уверенность, что у вас через 4 года будет больше денег, чем если вы сейчас согласитесь на больший офер. Как вот в таких условиях вообще кому-то доносить эту уверенность в будущем, когда никто не верит в будущее? Ну, не то, что никто не верит, все не понимают, что будет в будущем. Оно туманное, да? не знаю я на самом деле оптимистично смотрю на это то есть мне кажется что ну опять же сейчас может быть это прозвучит прямо супер остро да но и там будет характеризовать для каких-то зрителей меня не самой лучшей стороны да но мне кажется что э, хорошие специалисты э, которые хорошо делают свою работу востребованы примерно там везде всегда при очень большом количестве конфигураций mm -hmm. и поэтому Несмотря на то, что у меня есть лично какое-то там предпочтение того, какая бы конфигурация понравилась бы лично мне. Мне кажется, что даже если ситуация будет хуже этого, э, все равно э, у увлеченных и талантливых людей, которые работоспособны и целенаправленные, mm -hmm. есть будущее ну, примерно всегда и везде. Хорошо, я вот тоже не верю в, э, в сценарий Северной Кореи. Я верю в некое подобие китайского сценария. А китайский сценарий, самое страшное, что для нас сейчас это выглядит со стороны, это система социального рейтинга. И... Да, это самое страшное. нет, нет, конечно, не самое страшное. Конечно, не самое страшное, а самое страшное из ближайших, вот, которое прям ты чувствуешь, что оно вот-вот уже прямо на пороге подходит, и что оно будет использоваться не так, как мне бы хотелось, чтобы оно использовалось. И у меня такое ощущение... Вот типичный Вак сейчас просто. Да, да, да. Что ты слышал, Когда как, у как... нас будет э, образоваться система социального рейтинга, и, наверное, это будет скоро. Она, в общем, инфраструктура Яндекса поможет это. будет огромным вкладом в ее построение. И талантливые разработчики, которые работают в Яндексе, будут ее ударным трудом воплощать в действие. А... стрёмно ли это! Ну, не давай как-то. Обнажу, например, обнажу свои взгляды, я не знаю, куда там они попадают в категорию левацких или правацких. мне кажется, что люди отличаются друг от друга. Угу. Мне кажется, что у людей разные есть таланты, способности, сильные и слабые стороны. И мне кажется, что если общество будет лучше и больше про это знать то в целом мы все, как единый организм земляне, только выиграем от этого. От это социального рейтинга? Ну вот, я... Ну это не то системы от, населения. От, 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 от того, что мы все в целом будем пронимать про себя лучше свои сильные и слабые стороны, угу. мы все в целом выиграем, потому что мы, как организм большой, будем действовать более эффективно. То, что эту утопическую идею можно имплементировать э, самым извращенным и диким, диким способом, да. я тоже как бы не питаю иллюзий, но со своей стороны просто буду стараться сделать так, чтобы этого не случилось, и чтобы мы действительно получили все плюсы от того, что мы, например, знаем там про человека как бы что-то подробнее, да, и mm -hmm. не получили минусов. То есть, естественно, с ней мы будем говорить, что люди, которые молодцы, ведут себя хорошо, и они получают больше бенефитов. О том, что преступности на улицах вообще нет, как, например, говорят китайцы, они хвастаются. Но при этом мы же все понимаем, что это скорее инструмент тоталитарной диктатуры, чем утопической справедливости. Когда ты говоришь «мы все понимаем», я думаю, ты совершаешь манипуляцию. Возможно. Возможно, это даже не осознанная манипуляция. Это говорят мои вот эти идеалистические, свободолюбивые убеждения. И от лица людей, которые их разделяют, я говорю вот так. Да. Я просто в твою картину мира попытаюсь заранить вирус. Давай. Что как-то все не так однозначно, да, как там можно говорить. Вот. Что есть разные мысли на этот счет. И ну, Совсем не обязательно нас ждет вот такой вот прямо негативный сценарий, как ты описываешь. Как мне кажется. Хорошо бы так. Я просто пытаюсь поделиться с вами оптимизмом. <сöring> 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 не получилось так, что критика Яндекса, она началась три месяца назад. Uh, все. <сöring> <сöring> она было давно. Даже год назад, когда мы рекламировали Яндекс, к нам пришли такие ребят, Серьезно. Яндекс. Камон. Uh, и она была как бы на чем основана ну много таких вещей вообще не политических а чисто uh -huh. знаешь вот внутреннее разработское устройство uh -huh. например например зарплаты зарплаты о классно одна из моих любимых тем а... слух да. который как бы не просто слух, а который такой знаешь очень устойчивый кон... слух. очень устойчивый консолидированный такой вот да. дух сообщества да. Яндекс мало платит. Яндекс платит меньше рынка. И все постоянно, индексоиды приходят за это, обрадуются. Нет, 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 не меньше рынка, мы есть рынок. Ну, не, на самом деле, я что-то не слышал, чтобы индексоиды прямо говорили, что мы есть рынок, но... Бабу по-моему, да. Да? Ну, уж не знаю. Ну, конечно, мы другому мы, наверное, существенная часть рынка, но мы смотрим на рынок с помощью каких-то исследований, которые в hr кругах уходят. То есть там есть компании, которые занимаются тем, что предоставляют вот такие вот статистические исследования относительно того, какие типа есть зарплаты угу. и э, ну иногда когда в эти исследования заглядываешь удивляешься да они мо могут не казаться правдоподобными вот но тем не менее как-то факт остается фактом такое мнение тоже существует и оно вроде как подтверждено какими-то там статистическими изысканиями но я тут по поводу зарплат вот что хочу сказать поскольку э, типа сам я работаю в яндексе очень давно и испытывал самые разные периоды отношения к своей компенсации, да, то есть у меня uh -huh. были периоды, когда я считал, что мне недостаточно много платят, да? но но единственное, что обычно это было в сравнении с другими людьми в Яндексе, да, то есть я как бы знал, думал, что мне недостаточно хорошо платят, но знал, что в Яндексе могут платить лучше, не снаружи могут платить лучше, а в Яндексе могут платить лучше. Вот были и, и были периоды, когда я абсолютно как бы понимал, что на самом деле не где снаружи я не найду и близко сравнимых как бы total компенсайшенов, которые есть в Яндексе. И мне кажется основной прикол, почему так происходит, он в том, что вот наша сама система компенсации, она достаточно сложна. О, у, да. нас есть, у нас есть понятие опционов. Мы выдаем акции, которые вестятся в течение четырех лет. Более или менее там равномерными долями сейчас конечно немножечко это все изменилось но мы про это тоже чуть позже поговорим но общая идея состоит в том что вот наш компенсационный пакет он чуть более сложен чуть более сложен чем просто деньги в конверте каждый месяц ну вот, да и некоторые внутри шутили там у нас из там, руководства компании что особенно с таким техническим бэкграундом что это Дополнительная AA секция, проверяющая: типа, умеет ли разработчик в арифметику, типа люди, которые способны осознать, что такое Total Compensation, как он работает, из чего состоит и как там распределены вероятности, значит, они как-то хорошие программисты и соображают. Но это. Понятно, немножечко э, э, как гипертрофированное мнение, mm -hmm. потому что очень многие хорошие программисты просто об этом не задумываются, не потому что они не в состоянии были бы понять, а просто потому что они даже кванта там, своего внимания не тратят на то, чтобы в этом разобраться. И тут мы, типа, по -пытаемся, им, пытаемся с этим помочь. У нас есть такая специальная внутри страничка, которая называется staff.yandex.steem.ru slash money. И ты там можешь посмотреть разбивку в табличке своего тотал Compensation, как он зависит от э, всех выплат, опционов, премий и так далее, да, и, и что у тебя в итоге получается. Да, но ругают именно из-за этого, что оно же как устроено. Но, условно говоря, прихожу в Яндекс, у меня такие 250к плюс о, акции, опционы. Иду в соседние, они такие 350к. Да, и дальше есть развилка. То есть, вот э, некоторые люди высчитывают, что такое опциона, а некоторые люди говорят, типа, ну это какие-то фантики, они нет. Ну, будут слушай, стоить, мне кажется, типа, более-менее все понимают это, но там же какая ну, механика. Ну нет, нет, я, ну, то есть, я точно знаю, что есть люди, которые вообще не воспринимают опционы серьезно. То есть они такие, как бы, ну, это что-то такое непонятное, там еще ну, будет его будет. Наверное, HR может объяснить. Но смотри, очевидно-то одно. Если я приду туда, где 350 отработаю два месяца и уйду, у меня будет 700. Да. Если я приду к вам, вы да, мне 250, я отработаю два месяца, я вам еще нахер должен останусь, вы <laughs> еще у меня этот welcome бонус отберете. <laughs> то если есть... ты уйдешь раньше времени, действительно, да, welcome бонус типа, удерживает тебя на год. Вы берете часть моей зарплаты. А, то есть вы же платите по рынку, если смотреть вот с опционами. И забираете ее часть со словами, эту свою часть своей зарплаты, которую тебе везде бы и платили, ты получишь, только если ты пришел к нам надолго. Да, ну типа почему нечестно? Ну я же столько стою. Смотри, в чем смысл? Типа давай про это поговорим чуть более в сложных терминах, чем зарплата в моменте, потому что ну жизнь же она чуть посложнее и чуть подольше. Есть вот в теории вероятности такое понятие как как бы матожидание, да, дисперсия, и это все можно еще растянуть во времени. Так вот в чем отличается компенсация в Яндексе? Тем, что если ты работаешь долго то ты получишь больше. Это вот, ну, типа, известный факт. В смысле, это, типа, не то, что известный, это целевой факт. То есть мы специально выстраиваем нашу компенсацию таким образом, чтобы люди работали у нас долго, потому что мы верим, что большие и сложные вещи можно создать только с достаточно серьезным погружением на достаточно большое время. Просто мы как бы в целом, наш масштаб компании, наш масштаб продуктовых амбиций такой, что у нас не имеет смысла работать недолго. То есть вот как там один мой товарищ индексует, говорит, что Яндекс невыгодно приходить на короткое время, да? нет смысла. Изначально вся наша компенсация, и это на самом деле проистекает из технологических реалий, то что… У нас и технологические реалии таковы, что мы сервисы делаем там, на годы вперед. Мы подходим к коду так, чтобы он мог выставить там, типа, годы и выдержать большую нагрузку. И то же самое с компенсацией. Мы ее подтасовываем под то, чтобы человеку было выгодно оставаться с нами. И размен ну более или менее честный настолько, насколько в нашем непредсказуемом мире можно вообще там вероятности угадывать, размен более или менее честный. Мы тебе говорим, как бы high risk, high reward, long term, high reward. Да? И когда ты говоришь, что нечестно, потому что я на самом деле стою больше. Это только если смотреть на это в коротком моменте. Если смотреть на это на достаточно длительном отрезке, то там более чем честно. Знаешь, как тут, почему, допустим, он недоволен? Потому что вот эта честность и такой вот математический расчет, он все равно выглядит как манипуляция, что вы такие вот. Мы бы немножко поманипулируем. А тебе вот противоположный пример, который вызывает совсем другой отклик вовне, когда говорится о том, чтобы нанимать людей долгосрочно. У Riot Games была известная такая система, по-моему. По-моему, Riot Games, когда люди приходят проходят собеседование, получают офер, принимают и э, дают на выбор: ты можешь взять зарплату там за полгода или за год вперед и уйти, либо ты останешься здесь надолго. И люди выбирают. Так. Вот оно выгода. Ну то есть понимаешь, вот он, вот оно предложение. Быть честно, остаться с нами надолго. Мы хотим тебя надолго. Если ты хочешь ненадолго, вот возьми сейчас эти деньги и вали, ты нам не нужен. На короткой дистанции. Мы не будем тобой манипулировать и удерживать тебя какими-то математическими. Мы удерживать твою зарплату. Долго все такое. С вашей системой получается так, что у вас чуваки остаются не потому, что хотят остаться, а потому что им выгодно всегда в любой момент времени, мне, как сотруднику Яндекса, всегда выгоднее остаться в нем, чем уйти. Ну, все-таки. Манипуляция, получается, такие типа. То есть у вас есть люди, которые не хотят у вас работать, но не уходят. А, сейчас, ну, во-первых, ты, ты говоришь слово манипуляция как будто это что-то плохое, да? Весь мир построен Нет, на системе, мы говорим почему откуда типа недовольство вашими зарплатами. А, вот оно отсюда. Ну сейчас, давай, я еще Манипуляция как что -то плохое воспринимается. Я, я еще не назвал еще еще один важный аспект, который возникает, который есть из-за чего зарплаты воспринимаются не очень хорошо. Это то, что. А зарплата во многом зависит от того, как мы тебя оцениваем на входе. И поскольку процесс собеседования не идеальный, и там есть определенный процент как бы некорректных как бы вердиктов, то бывает такое, что мы оцениваем тебя ниже, чем ты сам себя оцениваешь. Или, может быть, действительно объективно ниже, чем тебя оценивает рынок. И вот в этом случае у тебя будет серьезный мисс-матч. Да? То есть, если mm -hmm. ты самооцениваешься, как, типа, высокий грейд мы тебя оценили на входе как средний грейд, у тебя очевидным образом будет мисс -матч. Но этот мисс не потому, что у нас плохие зарплаты для высоких грейдов, а потому, что мы тебя оценили как, ну, себе как, сути, как, 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 как более маленький грейд. И вот мне кажется, что очень существенная часть еще вот этого ощущения, что зарплата плата несправедливая, она потому что вот такие люди, ошибка не выжившего, да, вот такие люди, которые получили негативный экспириенс, они про это пишут на хаббл, про это пишут на хабар, а те люди, которые приходят, ну, то есть там Яндекс нанимает сотни разработчиков в год, да, и э, далеко не все из них недовольны как бы total compensation, да, и многие из них там, в том числе наверняка есть кейсы, где в обратную сторону сраляло, что мы продетектили, что у тебя грейд на самом деле выше, чем ты сам осознаешься и чем э, ты стоишь на рынке, да, и иногда, я я думаю, что все-таки больше 50% случаев мы попадаем более или менее точно какие-то там, наверное, там 5-15% есть отклонений там в ту или иную сторону, вот, но э, все равно достаточно много людей в целом э, считают это, находят это справедливым, но они не пойдут писать на Хабар, типа, представляете, я пришел в Яндекс и мне дали как бы хорошую зарплату, в том числе потому что есть вот тот самый внутренний внутренняя просьба от ПИАРа mm -hmm. не писать ничего не согласованного с ПИАРом, типа mm -hmm. наружу а на Яндекс пишут только бывшие сотрудники, да, да, и вот в этом что называется или проблема. Не в этом О. в этом что называется проблема и это это тоже создает очень, очень большую как бы историю. но работает но по поводу сторону. но по поводу того что вы вот сказали про манипуляцию еще тоже хочу развить тему что мы же про это честно говорим то есть mm -hmm. вот, что, что отличает условно типа злую манипуляцию от незлой манипуляции. манипуляции злая манипуляция или... это когда ты типа чуть чуть лжешь чуть чуть не договариваешь и чуть чуть такой как бы говоришь там на самом деле одно а на самом деле другое мы же типа Пытаемся открыто и искренне говорить, типа, чувак или чувиха, у нас genau. работать нужно долго. К этому подтасованы все наши процессы, все наши технологии и в том числе наша система э, денежной компенсации. Вот, типа. <с: <с: Дальше весь вопрос, насколько мы это подробно и понятно объясняем, чтобы человек э, такой, так, хорошо, типа, э, high reward, типа, long term. Ну, и ну, и ну смотри, далее, это он же каждый для себя взвешивает. Эта честность, она не отменяет, это же как... Более простой пример с вашим наймом. Welcome бонус. У меня есть пара знакомых, которые не увольнялись, чтобы не возвращать вам деньги. Угу. Но хотели это вот, сделать. Ты, ты берешь парнишку 24-летнего, у которого. Ну, нет у него денег. Он учился стал программистом, пришел в Яндекс. Он вообще деньгами управлять не умеет. Вы ему такие, вот тебе 400к в зубы, просто сразу забирай. Он их тратит сразу же. Зарплату типа, как первая доза для наркоманов, да, да. ты считаешь, что неэтично, да, да таким молодым людям давать такие деньги. Снова тратит. Нет, я, я по другое. И, и такой: блин, мне не нравится Яндекс. Я хочу уйти ему такие, да, да, без проблем, только верни 400 кусков. И он такой, э, у меня их нет, я сейчас работаю. Но ведь правда же, что про то, что так будет, говорят на входе. Ты дальше можешь говорить, что ну да, вы ему говорите, ну вы же понимаете, он 24 говорят, Что я могу проиграть? Да, да, да. То есть я То есть... не говорю, что это однозначно плохо. Я говорю, почему это плохо воспринимается. Да. Условные там игровые автоматы, даже если они справедливы, у них честный алгоритм и так далее, люди на них злятся, потому что они разоряют дурачков. Да. Но, а и а вот, здесь вы, дурачков, и вот дурачков заставите работать на себя с... за громадные да, деньги. Да, да, да. И, и все наше отличие от держателей игровых автоматов в том, что держатели игровых автоматов не тратят энергию на то, чтобы рассказать про теорию вероятности mm -hmm. и про то, как все устроено. А мы тратим энергию. То есть мы пытаемся там перепроектировать внешний вид нашего оффера, сделать вот эту самую страничку мани, чтобы показать, как все устроено. Э, рассказать там э, в частных беседах, да. Мы тратим специально там существенный блок на вступительных собеседованиях, чтобы просто человеку раз нарисовать, что называется, типа на доске пласт, простым понятным языком, как все будет устроено. То есть мы вкладываемся вот в это вот просветительство для того, чтобы дальше каждый сам принимал решение, исходя из вот этой вот информации. Mm -hmm. И вот то, что мне кажется, именно отличает э -э -э, ну, типа наш подход, что мы пытаемся дать всю возможную информацию, и дальше человек пусть э -э ну сам решает, как бы по пути ему с таким или не по пути. И то, чего я всегда ну то, что мне неприятно, то, что происходит, что очень часто люди принимают решение, не узнав всю информацию. То есть им косвенно кто-то там напел, они на хабре прочитали, что кто-то был недоволен, и они на этом заканчивают свое исследование как бы, контекста и из этой информации делают вердикт. Ну Слушай, ну это звучит как мелкий шрифт под звездочкой. Ну, не знаю, ну, в смысле, если это... У мелкого шрифта под звездочкой, у людей, которые его делают, задача сделать его максимально мелким, максимально тонким, вытянутым там, да, вот как на, это, на, на, на рекламе табака, что mm -hmm. типа площадь должна быть не меньше чем 20%, мы напишем таким высоким как бы и узким шрифтом. То есть они максимизируют это. Мы же, опять же, вот... Почему я так про это рассказываю? Потому что я человек, который непосредственно в том числе вовлечен вот в эти процессы. Да? Мы тратим mm -hmm. кучу энергии для того, чтобы сделать это понятным и доступным. Мы тратим кучу энергии не на то, чтобы сделать минимально типа, заметный шрифт и минимально формально иметь и право сказать. Да, мы наоборот и рассказываем. Есть еще проблема одна с этим связанная. Ну, вот, например, почему это все равно не до конца, как мне кажется, открытое предложение вот полностью искреннее. Здесь вступает проблема с обесов. Ну, у Яндекса, Давай, вторая, у, Яндекса у Яндекса такой вот, это знаешь, как это называется? Фангорские собесы, да, много-много секций разных. И как бы хаб входа вот в эту федерацию бизнесов. То есть тебя, скорее всего, будут собеседовать не теми задачами, над которыми тебе придется работать, не те люди, с которыми тебе придется работать. Но многие хотят видеть в собеседовании, как бы демо версию того, на чем ты будешь работать. И в итоге ты, как бы, после собеседований, которые еще ничего тебе не сказали о твоей работе, Принимаешь предложение, которое тебя как бы приковывает к компании, и только потом видишь, над чем ты будешь работать. И получается, что у тебя не до конца было открытое предложение, как ты будешь жить в ближайший угу. год. Да, есть такая проблема это правда. Ну, во-первых, я хочу напомнить про то, что, например, там, не знаю, моя любимая аналогия про армейские нормативы. Да? Когда ты приседаешь, отжимаешься бежишь 100-метровку, ты делаешь нифига не похожие действия на то, что будет происходить в бою. Но вот эти вот э, ну, действия... Красивые, но... Вот эти вот действия, они здесь. коррелируют с тем как ты себя будешь проявлять в бою. Они не на 100% описывают, да, то есть mm -hmm. если ты можешь там 100-500 раз отжаться, подтянуться, еще не факт, что попав в настоящий бой, ты просто от страха там не, не умрешь и, и не заблокируются у тебя все эти физические способности, да, но так или иначе, вот эта твоя способность сделать синтетические упражнения, она mm -hmm. репрезентирует с какой-то вероятностью для твою вас. способность э, проявить себя в бою. Ну да, для нас. Но не для человека, который а -а -а. ждет открытого предложения. А, да. И поэтому мы... Э, у нас есть дальше как бы испытательный срок, у нас есть буткемп, вот, например, как бы к которому я лично приложил руку, мы очень много сделали для того, чтобы решение о том, в какую команду человек пойдет принималась не на основе часа разговора в финальной секции, где тебе нальют в уши еле о том, что э, все у нас замечательно, приходи, мальчик, к нам, да, а буткамп э, это что такое? Ты, вот у нас есть там три месяца, это, это испытательный срок, и за это время ты работаешь по там несколько недель в разных командах, да, там от 3 mm -hmm. до 4 команд можно успеть поработать. И ты реально приходишь, прямо погружаешься внутрь команды, щупаешь, как что там происходит, и на основании этого принимаешь решение, хочешь ты пойти в эту, компанию, в эту команду конкретную или не хочешь. И вообще ты можешь принять решение, хочешь ли ты остаться, в этой компании или не хочешь, и про это мы тебе тоже вначале говорим. То есть мы тебе говорим, чувак, собеседование — это как бы не, не финальный как бы этап, да, и у тебя есть возможность там не тратить сай на бонус первый день, да, и придержать его на время испытательного срока, да, и... — А, подожди, а если испытательный срок не пройден, или его не приняли ни в какую команду, то... — Ну, то, что... — Он остается должен, или что? — Ну, в смысле, он возвращается на бонус, ну, то есть, если ты. Ну, там, цена-бонус, он устроен как э, то, что ты в течение года типа работаешь в компании, да, он uh -huh. тебе в принципе работает тоже как такой -то способ. до прохождения специального срока тебе его выдают. А, тебе его выдают до прохождения. То есть, в смысле, ты вот приходишь на работу uh -huh. первый день, тебе, ну там, условно, в первый день, в первые дни, да, ты это все получаешь. Но дальше ты сам волен принимать решения относительно там как-то своей смелости, твоего риска не и так далее. То, что? ты возвращаешь на а, Ну, если не по своей воле тебе сказали, нет, ты нам не подходишь, отдавай деньги. Ну, что значит... Ну, да, да. Вау. Я не совсем понимаю, почему тебя это так сильно удивляет. Потому что на самом деле большинство людей их потратят в первые же два дня. Ну, не понимаю, почему. ну Потому что это не чуваки, которые взрослые, 17 лет работали в большой компании. Нет, типа даже не к чувакам претензия. Типа, ладно... Хорошо, он не молодец, если он потратил деньги, которые ему дали. Зачем ему их дали? Почему не дать их после прохождения испытательного срока? Ну, потому что ты можешь, например, чувствовать себя уверенно относительно того, как ты пройдешь испытательный срок, потому что ты можешь, например, эти деньги три месяца прокрутить. Да даже банально вот просто, mm -hmm. да, как бы там тест на эту самую на, ари а на арифметику, да, ты можешь их прокрутить просто под любую процентную ставку там, да, и получить э -э как бы доход и потом вернуть. Ну, то есть... Это, грубо говоря, бесплатные деньги, да, то есть тебе дают деньги попользоваться на три месяца. Это вообще-то стоит денег. то есть вот там, как наша ипотека там знаменитая, да, когда мы там либо вообще без процентов, либо под очень маленький процент даем тебе ипотеку. А что происходит с людьми, которые вот реально прошли, потратили деньги и не прошли испыт? Им говорят, возвращения такие у меня нет. Слушай, ну, на самом деле, вот Фил говорит, да, что большинство людей тратят это все в первые два дня. Мне неизвестно за все время, ну, типа, наверное, типа количество кейсов с вот такими вот э, да. прямо уж критичными этими самыми э, случаями оно исчисляется типа единицами ну, там окей. и. Ну, реально таких проблем де-факто не возникало. То есть, из чего можно сделать статистический, опять же, вывод, mm -hmm. что не так уж все и плохо, да, и не то чтобы мы наркоманам бесплатную дозу раздаем. Более или менее люди, способные пройти наши секции, способны. Вы бы просто видели глаза. Способны посчитать, типа. Когда он узнал, что ему надо их возвращать. Он типа, ну, во время собесов не услышал, этого не увидел. И в какой-то момент вот к истории про в долгую. У него какой кейс, он пришел в команду, все супер, у команды сменилось руководство, и все стало резко не супер. Uh -huh. Именно для него. Uh -huh. И с не получилось. Это, кстати, странно, почему не получилось, потому что мы же очень много внимания а, уделяем что внутренним ротациям. В мире. Uh -huh. Но все равно, безотносительно, даже, безотносительно даже этих э, ну, перипентий получилось. У, у нас много есть. Ну, я говорю, мы очень много времени уделяем сил тому, чтобы внутренние ротации были возможны и предоставляли самый широкий выбор человеку. Я часто говорю там, когда даю рекомендации, что называется, там, всем каким своим родственникам, друзьям, что тебе главное заскочить внутрь. Внутри у тебя открывается целый чарующий мир э, возможностей, потому что многие вещи изнутри выглядят по-другому, чем снаружи. И те же самые количество вариантов и насколько легко ты можешь на них заплавиться, оно ну, как бы совершенно другое. Ну, вот у него получилось прямо наоборот. У него там вариантов 6 всего было. Он project -менеджер. всего 6? Да. Вот. И, и, короче, в большинстве из них Закрылась вакансия внутри, пока он, потому что ну, мы знаем, что случилось. Угу. Вот. Ну, то есть, это, наверное, в большей степени программистов касается, потому что вы их, насколько я знаю, до сих пор пачками нанимаете. <связать> ну да, не, ну в целом и менеджеров, я думаю, тоже более-менее. Ну, вот. И короче, история-то в чем? Вот ты приходишь в Яндекс, тебе все понравилось, ты приходишь с посылом Хочу в долгую, что-то происходит, и ты больше там не хочешь находиться. И... И тебе надо уйти, тебе а надо там сай бонус вернуть, ты потерял в зарплате, потому что если пошел куда-то еще, где не, не платят в долгую, а ты здесь, ну, как бы не по своей вине, в до, не в долгую, ты-то вот такой чувак, который пришел реально надолго, а получилось вот так. И получается, что ты вот у разбитого корыта солидные бабки теряешь. Не, ну я на самом деле не думаю, что прямо ты у совсем разбитого корыта, потому что даже bare минимум, который мы гарантируем, ну, он да, все-таки все позволяет не то, чтобы гречку есть. То есть мы скорее сейчас рассуждаем про типа сверхприбыли и просто прибыли. Ну, да, да? Да. То есть если сравнивать, то какой-то бедный несчастный, значит, без вот этих вот всех бонусов и так далее. И пойди расскажи кому-нибудь даже вашему Иванову, что типа, ой-ой-ой, он бедненький получил. Мы здесь ходим помалкиваем, это не надо. Лишь 250 тысяч получал в месяц, да? Как же так вы его толкнули-то на границу выживания? негодяи? Человек буквально просто все одно самое, но упал. Да, 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 да. Расшибился, да. А он нормально получал? Да, очень хорошо. Он еще, это Айверпрайс, но выше рынка намного. Вау. Ну, то есть, э, то, то, что вы говорите, это, безусловно, есть, и как мне, опять же, кажется, что вот, помните, разговаривали с вами про интенцию, да, э, в чем интенция внутри, да, интенция внутри — это максимально разжевать, максимально компенсировать, по поводу вот того кейса с Riot Games, который ты говорил, у меня один из проектов, одна из идей тоже была такая, что... Давайте мы будем людям предлагать большее количество вариантов и стратегий компенсации. Да? То есть давайте мы вот этот вот движок про там, риск, аппетит, high reward и так далее, давайте предоставим человеку выбор. Смотри, хочешь как бы меньше получать, да, там, хочешь больше получать, хочешь с такой вероятностью, Я хочешь буду, буду с тобой. Больше. И чтобы, ты, и чтобы ты под свой риск, аппетит под свой mm -hmm. как бы риск толеранс да э, сам подтюнил бы что тебе лучше синица в руках журавль в небе или там еще с какими-то там большими градациями да ну, наверное. Ну, просто важно понимать, что это же все чертовски удорожает э, вот работу compensations and benefits э, отдела, да, это чертовски удорожает инфраструктуру внутреннюю. Слушай, Но мы могли бы как-то Поскольку Яндекс -то большая автоматизацию, компания, автоматизацию, то eventually да. мы, я думаю, к этому дойдем. Ты удивишься, насколько как бы вся инфраструктурная вещь, вся бэк-офисная вещь, даже в такой большой компании, как Яндекс, она, ну, конечно же, недофинансирована. В смысле, что э, всегда у тебя в приоритете как бы внешние продукт ну, понятно, и, бизнес. Да, чем вот всякая вот эта вот? Слушай, э, э, есть еще знаешь, какая э, спорная штука с, с этими компенсациями? У вас же э, э, есть такая фигня, как премия, которая тоже акциями вестят. Там на самом деле не так. Там, э, у нас раз в 6 месяцев проходит перформанс-ревью. Да, да, на перформанс-ревью да, да. тебе выставляют оценку. Твоя оценка в совокупности с твоим грейдом дает тебе э, то, какая у тебя будет премия в деньгах прямо сейчас в моменте, сколько тебе насыпят опционов на, ну, как бы на будущий хвост, mm -hmm. и сколько тебе повысят зарплату и повысят ли тебе грейд. Вот. И это вот э, как-то такой ну, достаточно с -с сложный, yeah. да, может быть. Пакет. Да, и это бо больная штука, потому что я прихожу, и вы мне говорите, вот у тебя там Total Compensation, условно там, ну, типа, не знаю, 70 тысяч долларов в год. Я говорю, здорово. А потом оказывается, что для этого мне надо, типа, постоянно проходить валидацию какую-то, доказывать, что я не верблю, а знаешь, что я что-то самом... делал, доказывать, что мой крейд стоит На самом деле прикол в том, что как раз-таки нет. Вот одна из проблем офферов наших, которые мы делаем, тоже вот то, что я хочу поменять, она состоит в том, что когда мы тебе даем эстимейты твоего total compensation, мы это делаем настолько как бы по самому безрисковому сценарию, то есть мы... То есть, типа, если ты вообще везде облажаешь Да-да, мы там тебе говорим, типа, вот, если ты будешь получать среднюю оценку, то и курс будет такой, как сейчас, и там все курсы будут там, потому что это зависит еще от курса доллара, зависит от курса наших акций, да, и мы такие вот... Самый-самый, как бы, консервативный прогноз, он вот такой. И, по сути, мы рисуем тебе только одну линию, одну траекторию. А вот то, что я хотел бы дать и показать, что на самом деле человек может, наоборот, говорить, да, я буду получать повышенные оценки, ну, там, у нас оценок как я их шутливо называю, да, банан желтая, клубника красная, банан желтая, огурец зеленая, голубика, слива и баклажан. То есть вот там типа шесть цветов радуги, которые составляют вот этот вот скейл, какую оценку можно получить. Вот зеленый огурец, он где-то посередине, и это вот типа то, какую оценку получают типа 50 плюс процентов компании. Дальше остальных оценок получают, ну, если если статистически так смотреть, то там, типа, на корень из двух, типа, умножается. Вот. А, то есть все меньше и меньше и меньше. Там самую высокую оценку получают меньше всего людей. Но когда ты приходишь в компанию, ты вполне можешь, как бы, рассчитывать на то, что ты будешь э, получать не огурец, а, может быть, даже и баклажан. Да, и ты, как бы, будешь сильно больше получать в этом случае. Но в нашем оффере... Мы это не расписываем и не показываем, потому что он и без того черт ногу условит, как бы сложно воспринимать. Но вот хотелось бы как-то дать человеку понять, что э, ну, мир сложнее, чем какая-то одна такая вот кривая. Mm -hmm. Что если ты будешь работать лучше, то ты можешь на самом деле вот так вот лучше получать. Если ты будешь работать там хуже, то ты на самом деле вот сюда вот упадешь. И вот дать какой-то понятный ну, это тоже вот задача из разряда, как бы, хорошего интерфейса, да, и какого-то хорошего отображения: mm -hmm. как дать человеку понять всю сложность э, возможных вариантов с тем, чтобы он сам для себя выбрал то, что ему как бы приемлемо. Но это вот одна из, там, тоже один из челленджей, который стоит э, на mm -hmm. ближайшее время. А расскажи, что произошло сейчас вот со всей этой, мне лично, не, не потому, что у вас сложно, потому что я не секунду, со всей этой опционной темой, когда Янекс оказался вот в условиях всего этого да. спецоперационного действия, да. санкций и прочего-прочего. Но типа, у людей были долгосрочные планы на опционы. У них были, была долгосрочная расписанная компенсация, вот это получение большей прибыли на долгие годы. Там, года 4-5 вот они mm -hmm. рассчитывали. Акции... Да, что ну на самом есть? деле акции помимо того, что они дропнулись в цене, они тупо заморозились, и ты сейчас даже их не можешь продавать, потому что торги на NASDAQ до сих пор закрыты. <сёк> Но в моменте компания поступила вот таким образом, тоже как-то как пример э -э -э, вот этого вот лояльного отношения к сотрудникам. Да? То есть, не знаю, многие говорят, что. Да не может, типа, капиталистическая компания лояльно относиться к сотрудникам, да, по определению всех эксплуатируют и, 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 и минимально, типа, платят, но это не совсем так, и иррационального внутри компании очень много, в том числе есть какая-то такая Нет, вот и, иррациональная, не близки, иррациональная не, не, не забота, забота о сотрудниках. И что мы сделали? Мы э, вот этот вот хвост опционов, который должен будет веститься в ближайшее время, мы их э, монетизируем в чистые деньги, по фиксированному курсу доллара. Uh -huh. И, грубо говоря, мы зафиксировали курс доллара ну, какой-то там, типа, три семерки, на счастье, или что-то типа такого, в районе типа 77. Вот. А, что, грубо говоря, те акции, которые ты будешь получать, мы тебе будем их выдавать с фиксированным вот таким вот курсом доллара по той цене акции, которая была на момент, когда тебе выдавали опционный грант это тоже ну там та еще математика в том смысле что некоторые гранты есть которые выдавались по очень маленькому курсу курсу акций относительно там mm -hmm. до 24 февраля или там до даже конца прошлого года но тем не менее то есть мы подумали что это вот как раз соответствует примерно тому что мы обычно в офферах расписываем да то есть когда мы пишем в офферах, что у тебя будет total compensation такой- то мы что делаем мы берем типа то сколько акций мы тебе выдадим то сколько они сейчас стоят то какой сейчас курс доллара и говорим что так будет типа в течение четырех лет но это ж, как бы нифига не неправда, mm -hmm. как в одну так и в другую сторону да и там mm -hmm. если исторически mm -hmm. посмотреть то это было офигенно не в ту сторону как бы вверх если сейчас посмотреть последнего момента это там офигенно не в ту сторону вниз но вот мы попытались как раз зафиксировать в деньгах ровно то что было определенным ну как бы ничего другого определенного кроме текущих курсов нету и поэтому мы вот по вот такому курсу это зафиксировали и поэтому вот всем людям там вот сейчас опционы вестятся в виде вот такого вот сырого бабла по вот такому вот сочетанию курсов есть проблема с теми акциями, которые были завещены и ты не успел их реализовать они остаются что называется ну потому что это в каком-то смысле была твоя ответственность не продавать их моментально у нас есть очень сильная э, финансовая там рекомендация от одного из э, наших э, руководителей больших да Миш Парахин он там когда рассказывал про свои советы финансовой грамотности он говорил типа у вас и так очень много яиц лежит в одной корзине поэтому каждый раз когда вы получаете акции Яндекса продавайте их типа, аля вот по тому курсу, который есть в моменте, и перекладывайте в более широкие какие-то инструменты, диверсифицируйте их сильнее. Mm -hmm. Вот и вот там те люди, которые этим советом пользовались, они в принципе ничего особо не потеряли в моменте, потому что, ну если они достаточно безопасные и диверсифицированные инструменты избирали до этого, хотя с тем, что произошло, на самом деле <laughs> не не так много. То есть там у меня зависли деньги в широких etf которые тоже, на самом деле, не торгуются сейчас, и я их не могу получить, но это уже никак не связано с Яндексом, да, я мог там эти etf и купить на сырую зарплату, которую бы вы мне выдавали там в другой mm -hmm. конторе. Вот. А, вот. Поэтому ответственность того, как ты поступил с завестившимися акциями, она как бы твоя, а ответственность Яндекса, которую он на себя взял и покрыл, это монетизировать в том виде, при тех курсах, при каких там, типа, выдавалось, mm -hmm. то, что будет на будущее. И это вот такой пример, то есть Яндекс на самом деле достаточно много стоит ну, денег, кстати, там, если погрузиться да. в бухгалтерию. Звучит много. Да. Да. Говоришь и рационально, но это на самом деле рационально не оставлять своих сотрудников в беде и типа создавать ну, да, ощущение, ну, что все под контролем. Тут видишь, как бы вообще вопрос рациональности и рациональности зависит от контекста твоего восприятия. То есть если ты, помнишь, мы с тобой обсуждали на, на перерыве, что э, степень твоего долгосрочности твоего планирования. То есть если ты планируешь на ближайший месяц или год и твоя задача выжать максимум, то для тебя такое поведение может mm -hmm. казаться нерациональным. Если ты, как Яндекс, планируешь на годы вперед и ты понимаешь, что ты конкурируешь на рынке труда на самом деле глобально, вот один из важных постулатов, что мы, как компания, понимаем, что мы конкурируем на глобальном рынке труда. Все еще разработчикам можно уезжать куда угодно плюс-минус, все еще им можно даже из России работать плюс-минус где угодно, и поэтому мы за кадры, за лучшие конкурируем условно со всеми компаниями в мире, с лучшими компаниями в мире. И мы понимаем, что наша система компенсации, она должна быть сопоставима, и она должна быть конкурентоспособным, потому что для нас это исключительно вопрос выживания. Типа кадры — это самый главный наш ассет, самый главный наш ресурс. Если мы не будем в них вкладываться должным образом, то все как бы загнется и все стагнирует. Вот и это все, очень четко все внутри понимают, кто стоит, что называется у руля и придумывает, как бы как должны выглядеть схемы компенсации. Mm -hmm. Вот и прямо сейчас мы думаем над тем, как ну, жить дальше, да, в смысле, что вот текущая схема она скорее как бы носит такой типа экстренно-временный характер. Мы думаем, что можно сделать, там не знаю, там, переразместиться, еще что-то, там как-то придумать какой-то другой стиль компенсации. Но вот то, что, наверное, не изменится, это вот как раз вот эта заряженность на долгосрочные результаты. Я думаю, что мы пока еще по умолчанию, план А, до тех пор, пока мы не реализуем мой план с выдачей человеку э, выбора э, про риск-аппетит, план А состоит в том, чтобы дать какую-то адекватную, но все еще долгосрочно ориентированную систему мотивации денежной. Вот. Ну а в конце концов, о чем еще все про деньги, да про деньги. Ведь на самом деле не только в деньгах. Вот меня там иногда, когда я читаю там филовый твит или Твиттер или слушаю ваши подкасты, подбамбливает от того, насколько может сложиться ощущение, что типа все исключительно сводится к деньгам. О, типа, здесь ты я с тобой согласен, должен здесь типа, типа ты должен типа там джоб хопить, чтобы максимизировать свою прибыль, иначе ты поступаешь иррационально и mm -hmm. еще что-то mm -hmm. такое. Не знаю, как мне кажется, помимо денег есть другие ценности в мире. И в этом смысле... Ну, Это Яндекс сейчас тоже опасный есть, разговор. Есть тоже, Я почему-то все время эту фразу слышу. о а тех, у кого с деньгами все в порядке. Не, ну так... Ну, да, не, бы, не, знал... не, не думаешь ли ты, что в этом есть какая-то связь, а, да, что есть. возможно, возможно, за, за, ну, есть связь о, не в ту, за, в ту сторону, в какую сторону? Да, не, не связь не в ту сторону, что ты начинаешь ты, так знаешь, думать, когда у тебя много денег, а наоборот, у тебя становится много денег, когда ты так думаешь. Развивать селегу с деньгами и так сильно ее форсить не из-за нормальных ситуаций, когда вместо 250 на плохой работе. Берешь 230 на хорошие, а из-за крайних ситуаций, есть, когда ты в Ивановской галерее берешь 30, а мог бы за 200 работать, когда ты типа ниже классом просто вот социально, просто потому что не попросил денег. Понятно, что деньги не самое важное, их как бы должно хватать. Но у нас в стране ментальность моих, как бы, не знаю, коллег, с которыми я в основном работал, она такая, что стыдно просить деньги, стыдно хотеть денег, стыдно говорить, что они тебе нужны. Это крайность. Я занимал вторую. Понятно, что деньги не самое важное. И второй момент, он касается всего вообще, что мы обсуждали. Яндекс играет в долгую. И предлагает тебе сыграть в долгую. А в России в долгую никто не играет. В России страшно играть в долгую. Типа, э, у, ну, прагматичный вариант, это, я не знаю, за два года на JobHop здесь э, нагрести, э, не знаю, 100 тысяч долларов накопить, избежать куда-нибудь, где можно играть в долгую. Вот вы верите в то, что у вас получается? Верите в то, что вы сможете остаться там вне позиции? Верите, что сможете вопреки всему этот бизнес развивать, расти и так далее? А большинство людей в этой стране в себя так не верят, потому что страшно. Да. Не, ну тут можно сказать что, все, что можно показать пример, что это как бы возможно в это верить. И, возможно, э, быть относительно успешным, по крайней мере, к текущему моменту. Да? Есть, вот, ну, пока э, да. Надеюсь, и дальше можно будет. Да. Потому что вроде как я воспитан был и рожден в те же самые как бы, 90-е, да? то есть я вот 84-го года рождения, соответственно, я, казалось бы, застать должен был быть все то, что э, лишает людей в расчет на долгосрок. Угу. Но, ну, то, слушай, нет. ты же сам сказал в самом начале, что ты чувствуешь себя относительно спокойно Потому что много таких штормов уже пережил Уже просто привык, что ты с ними справляешься Ну да вот. А так мне, мне прямо жутко было Страшно всегда, и сейчас тоже страшно Еще идти видишь в меня для нас правила игры для, ну, для меня не сильно, для большинства людей Вот ты типа родился в бедной семье Рос-рос, никакого будущего не было ну такого я имею в виду шикарного, да. А тут Бах, ты заинтересовался компами и у тебя вдруг шикарная настоящая интересная работа, хорошая компенсация, куча возможностей и все такое. Естественно, тебе будет казаться, что здесь что-то не так, что сейчас вселенная все отыграет обратно. И тебе предлагают поверить, что все будет так, как идет, все теперь всегда будет хорошо и поиграть в долгую. Страшно. Ну не знаю, я вот, кстати, не совсем так на это смотрю. Игра в долгую, она же не только связана с тем, что, насколько ты видишь изменчивость мира. В каком-то смысле, наоборот, даже вот эта вся изменчивость, которая происходит, казалось бы, ну вот как у меня устроено размышление, что именно это и должно тебя форсить на то, чтобы играть в долгу, ровно для того, чтобы все вот эти вот всплески, волны, сиюминутные какие-то штуки, чтобы их перекрыть, mm -hmm. чтобы быть выше них чтобы тебя не беспокоило сиюминутное метание туда-сюда, потому что, ну это вот не знаю, можно какую-нибудь там аналогию провести между э, миром, в мире финансирования есть как бы трейдеры, есть инвесторы, да, граница между ними не то чтобы супер четкая, да, но вот условно есть прям совсем там high-frequency трейдеры, ну, есть трейдеры совсем это такой человека, который сейчас купил долга... и как только стал дороже продал, да, ну он просто ну, они совершает на рынке, они не инвестируют, он совершает очень да, быстрые обычно. сделки, то есть он там в течение дня если ты с помощью роботов то может быть там и в течение даже каких-то вообще там секунд-минут да совершаешь туда-сюда сделки для того чтобы ловить вот эти вот волны да и серфить на них в как бы в прибыльную для себя сторону а есть наоборот как бы долгосрочные инвесторы которые такие говорят я буду лучше тратить меньше там не знаю умственных усилий буду делать э, долгосрочные какие-то инвестиции и это как раз способ Наоборот, нивелировать вот это, избавиться от, того, от той необходимости, что тебе нужно каждый день думать, а куда бы тебе сейчас джоб хопнуть, а как бы тебе сейчас типа, подрезать лишний типа, кусочек. Mm -hmm. Потому что, ну, наоборот, от того, что в мире все нестабильно, это, наоборот, тебе должно было бы, ну, если ты хочешь как бы эту нестабильность перекрыть, это должно было бы тебя форсить на какие-то long-term рассуждения, long-term цели, long-term, рассуж... ну, как бы... Ну, э, слушай, прям полагание. по аналогии ты получаешь, что нестабильность — это отличная штука для трейдеров ну, просто вот, вот да. прям банально... большая вариант. волатильность — это, да, те самые И волны, типу... на которые бегут все эти серферы. Иду работать в Яндекс, покупаю акции Яндекса, вестятся мне акции Яндекса, все в одном этом, бум, все сразу, типа, обнулилось, Да. Потому что я в долгую поверил в Яндекс, а Яндекс от себя не зависит. Еще он от меня-то не зависит, но он еще и сам от себя не зависит в, в плане того, как у него дела. Не, ну и когда мы говорим про долгую, ты же все равно, мы, мы не только говорим про там, конкретно Яндекс. Ты же, как бы, приходя в Яндекс, в том числе инвестируешь в долгую в себя. То есть вот, знаешь, есть такая поговорка или совет начинающим, что, типа, работайте не за зарплату, работайте на свой mm -hmm. скилл. То же самое примерно с Яндексом. Когда ты работаешь в Яндексе, у тебя все равно в запасе, ну как бы э, в качестве тейкаута, остается тот опыт таски луха, которую ты получаешь внутри Яндекса. И она, ну как бы чего-то достоит. Да там можно, может быть, как-то расходиться в оценках, там чего она стоит, но так она, или иначе. видишь она, она стоит очень много именно в плане того, как ты будешь работать. Но если ты хопишь у тебя есть скилл получше, у тебя есть скилл находить работу. Ну, ну, да, и дальше ты сам принимаешь просто решение, каков, каким как бы динозавром ты хочешь быть, как бы маленьким и юрким, который должен постоянно, значит, сражаться за э, кусок, или же ты такой типа большой корабль устойчивый, который как бы живет и переживает все. И у тебя, соответственно, если ты маленький и юркий, то у тебя и в принципе объем как бы добычи, которую ты можешь съесть, и объем целей, которые ты можешь достигнуть, он, он сильно меньше. Mm -hmm. чем те цели и амбиции, которые ты можешь себе поставить будучи mm -hmm. здоровым динозавром, mm -hmm. да, потому что то, на что ты способен, когда ты, э, ну как бы оперируешь большими временами, оно больше, чем когда ты вот в моменте суетишься. Yeah, но при этом и ты теперь, <laughs> когда будет этот. Ну понятно, здесь свои плюсы, здесь. Свои ну плюсы. да, да, типа того. Как я говорю, мы рекламировали Яндекс, <laughs> и когда мы рекламировали, когда открывался Финтех. Когда uh -huh, набирали я на финтех. И одна я даже из... помню, да, я и... даже помню, что внутри это было очень такое, знаешь, типа, как это так? Вот это было проявление свободы бизнес-юнитов. То есть, uh, in general какой-нибудь большой бизнес-юнит не пошел бы рекламироваться у вас, uh -huh. потому что есть какой-то флер типа, что там мы обречены, какой-то негатив. Яндекс себя в таком не замазывает, э, как бы это mm -hmm. не, по, не, не да. по нашим гайдлайнам. А финтех такие типа. Я думаю, что они даже, не, они даже наверняка не говорили нам плевать, они вообще даже были как не в курсе, что где-то в каком-то большом бизнес-юните есть такое настроение. Ну, скажем так, да мы наслышаны о том, что это не весь Яндекс был доволен этой рекламой. И один из тех тезисов, с которыми к нам пришли. Скажите, пожалуйста, что при найме в финтех не будет вот этого классического яндексовского процесса собеседований, не будет никакой кучи секций, э, дрочь алгоритмов и прочего-прочего, будет нормально, обычное собеседование сразу с той командой, в которой ты будешь работать, и по поводу того, над чем ты будешь работать. Мы такие, ну, звучит отлично, мы только рады это программировать, но как бы да, потому что мы наслышаны, что другие отделы Яндекса такие... Что? Вы что там? Нет, там, во-первых, это может быть даже было не совсем фактологически верно, потому что у нас есть так называемые a собеседования которые, грубо говоря, там обязательно почти везде. Ну, тут тоже там. Ну, для рекламы там вообще не обязательно говорить какую-то правду. В общем, нам принесли тезисы, и эти тезисы мы озвучили, как бы. Да, рекламу тут другое. Но я к тому, что мне было странно, что сам Яндекс приходит и рекламирует с тем, что здесь будет не как в Яндексе. Угу. И это, как мне в том числе говорил, и под, да, и подтверждало то, что вот эта претензия к странным собеседованиям, неоправданно сложным и неуместным, она как бы существует. Ну что, вот вроде как, знаешь, если совсем уже грубо, взяли фанговскую схему, вот как там где-нибудь в гуглах собеседуют, и в духе карго-культа... Uh -huh. не понимая, как там, почему там это выстроилось, просто. Ну, там так, давайте делать так же. Uh -huh. Секцию с алгоритмами, прочим, прочим, прочим. — Не одна из моих любимых тем, потому что я в том числе занимаюсь тем, что отвечаю за uh -huh. вот этот вот собеседовательный трек, uh -huh. как он устроен. И ну, исторически, поскольку я занимаюсь больше всего фронтендом, то больше всего мне удалось повлиять сейчас на фронтендерский трек. Например, если вы не знали, прямо сейчас мы нанимаем фронтендеров за две секции технических. Mm -hmm. То есть мы делаем э, одну ту самую секцию AA, которая а, как это э, по, по по счастливому не стечению по, по несчастливому стечению обстоятельств почему-то называется алгоритмической. и вот как бы человек такой приходит ему говорят вот слово алгоритмическая секция, он вспоминает курсы университетские алгоритмы и структуры данных, или еще хуже вспоминает, что у него его не было, и такой типа, ну все, кошмар, типа пропало. А на самом деле ее бы следовало бы назвать секция, не знаю, на умение программировать или на какую-то там, не знаю, базовую программистскую сообразительность, что-то такое, потому что по факту на этой секции не происходит там никаких там, не знаю, красно-черных деревьев, ручного написания binary-поиска, да, там, и так далее. Ну, это же, если бы еще это было, это же еще достаточно простые изучаемые вещи. Да. Самая первая претензия, которую я об этом услышал, так. Я сам эти собеседования не проходил, но я сгорел просто нахуй, когда об этом услышал, что у вас whiteboard, ты пишешь код без антеллисенса, и если ты запускаешь, он у тебя не работает, это не считается. А, короче, типа с этими собеседованиями вот ты говоришь про карго культа, во-первых, э -э, у нас же очень много людей работает в э, Фанге в том числе, и мы очень много общаемся на тему того, как оно там устроено, почему, и мы понимаем, э -э, как бы в том числе отличие э, Фанга от нас. Вот многие думают, что у Яндекса примерно такой же сетап, как у Фанга, но это на самом деле не совсем так. У Фанга или как в нынче манга, уже, как надо, только называть, не. уже mm -hmm. надо называть манга. Вот. У них э, сильно больше вот эта вот тема с тем, что Ой, очередь... Если на называешь ход... манга, надо упоминать, что ты упоминаешь экстремистскую организацию. А, хорошо, да. Это шутка. И у них поток входной сильно больше, чем у нас. И у них необходимость отсеивать людей, она сильно больше, чем у нас. И вот это вот ползунки про то... Насколько им ценен э, как бы отрицательный э, decision как бы в ту или иную mm -hmm. сторону, они другие, чем у нас, и развесовка другая, чем у нас. Вот. А мы же сторонники вот этих вот алгоритмических секций, да, как их называть, там, типа секций про программирование, потому что э, вот как с армейскими приседаниями, отжиманиями да, нам кажется, что не изобрели пока другого способа, более точного репрезентировать э, будущие успехи человека в бою, как вот какие-то такие синтетические примеры. Мы понимаем и не питаем иллюзии относительно того, что эти синтетические примеры не до конца показательны. Но прикол в том, что ну как мы, мы всячески типа пытаемся изучить, какие есть альтернативные mm -hmm. варианты, да, и пытаемся там в том числе их попробовать. Вот объясните мне, я правильно это понимаю? Это вот э, мы говорим о том самом, когда человек готовится к собеседованию. Идет вот на тот условный лид-код, как делал Влад, когда готовился к фангу. Да. Вот он там несколько месяцев, каждый очень интересная день. интересная история была. Фанг, лид-код, 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 лид решает, 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 и настолько... Вот знаешь, как Кига подготовился. Кига подготовился, приходит на собеседование, видит знакомую задачу, знает, как ее решить, и, допустим, получает офер, да. и может все это забыть, потому что никогда да. больше ему в жизни это не Но, Вот знаешь, есть да, еще одну аналогию проведу с э, нашей классической системой образования. Вот многие хают нашу систему образования, что вот мол там а, ты не знаю там за последнюю ночь перед сессией готовишься к экзамену, типа сугубо его вот так вот как бы вызубриваешь и потом сдаешь, mm -hmm. и мол это плохо, потому что у тебя же ничего в голове не остается, ты как выучил, так и забыл. А я это воспринимаю так, что вот этот вот мета-скилл, способность быстро что-то выучить, сдать и, может быть, даже потом забыть для того, чтобы освободить голову для следующего, что тебе нужно быстро выучить, это и есть как бы полезный скилл. И вот та же самая история с вайтбордом, когда ты должен написать что-то без интеллисенса, по сути, это как такое, как это, гирки на ноги. То есть с интеллисенсом тебе бы пришлось давать задачу не на час, полчаса, а на день-неделю. Для того чтобы когда ты вот в этом вот программистском подожди, подожди. экзоскелете, чтобы нагрузить тебя достаточным образом, чтобы продетектить, где тут твоя собственная скиллуха и насколько она ну, как бы какого она уровня. Но ты же проверяешь, что ну, в половине этой проверки есть вообще нету. Ну, вот, например, я не знаю, в C-Sharp есть там, директивы. Ну, что ты используешь? Подключение библиотек using system. Ну вот, блин, хоть режьте меня, я не помню, ставят там точку запятой после нее или нет. А, я тебе могу сказать, я не знаю, откуда впечатление, что там, типа, мы докапываемся вот до подобного рода ошибок. Ты всегда собеседующему на вот этой самой секции, давайте ее официально попытаемся переименовать из алгоритмической в программистскую, угу. вот на программистской секции... Ты э, можешь спросить у собеседующего, в том числе, там, не знаю, какой API. Да, вот ты, например, забыл, как пишется там to lover mm -hmm. или to local а ну, case, да, или да, что-то такое. Не добавить, чтобы это. И, и более того, с пандемией э, мы давно перешли на сервис интервью Яндекс.Тим.Ру, который дает внутри VS Code, и там есть э, даже синтекс-хайлайтинг. Э, там как-то. Кажется, нету автокомплишена, но anyway, в смысле это уже давно не не прямо натуральный вайтборд. Ну, как как, как на леткоде да. да? Поскольку это был натуральный вайтборд, это кошмар, потому что ты забываешь вещи, которые ты никогда не должен был помнить. Да, но э, грубо говоря, это, ну, это синтетическость примера, да, в том смысле, что это это синтетическая ситуация, которая призвана проверить не то, насколько ты можешь, как бы, то есть проверяется не вот этот скилл, а проверяется как бы корреляция этого. Да, да, да. я понимаю, но ты понимаешь, насколько что здесь плохо во всем этом бизнес, он такой, вот это вот постановка задачи отсеять. Типа, нам... ну, на самом деле это тоже неправда. Ну, у тебя Никто нет... так не заинтересован в том, чтобы человек попал тебя... в Яндекс, как собеседующий Яндекс. Это понятно. Но у тебя реальная проблема, что у тебя там 100 вакансий, пришло 1000 человек. Нет у меня такой проблемы. У меня проблема такая, что у меня 100 вакансий, а пришло 50 человек. Да. В смысле, при, пришло-то, может быть, и больше ста человек, но реально людей, которые способны работать на этих ста вакансиях, пришло меньше, чем сто. В этом моя так, проблема. Если и проблема ровно такая... отсюда, там, может быть, мы попозже еще проговорим про наши там обучательные школы. Да? То есть да. Яндекс, на самом деле, не находится в ситуации, когда у нас людей, которые нам в целом подходят, больше, чем нам нужно, и мы такие, типа, в сортах, значит, жемчуга Ага, типа, ну тогда и смотри, если оно так... Так логичное же решение дать человеку множество шансов показать себя вместо одного. То есть вот смотри, я пришел на эту программистскую секцию, забыл про точку с запятой, расстроился, не спросил, не решил задачу, которую мог бы решить, ушел. Кто выиграл-то? Я крутой программист. Дайте мне там, посмотрите да. мой код на гитхабе. Вот да. вот, самое... Именно поэтому у нас, например, на вот этой секции да есть такое понятие, как перепроведение собеседующий, если он видит, что чувак был там не в адеквате, сильно расстроился. Однажды был кейс, чувак, короче, бежал на собеседование, опаздывал, упал в метро, распорол себе не то руку, не то ногу, весь в кровище завалился на собеседование, дышал сбивчиво, и собеседующий отметил значит, в комментариях, что возможно, секция была проведена не совсем корректно, mm -hmm. стоит ее перепровести. Но, кстати, в, конкретно в том кейсе чувак э, проявил себя хорошо, но я вот, например, там, провожу там, десятки этих секций в месяц, да, э, типа э, часто, ну, в смысле, не, часто, не часто, в смысле, бывают случаи, когда ты прямо видишь что человек сам не свой. И я ты... вспомнил фильм «Одержимость». Ты Смотрели? Ему... Про Брабанчика как раз. Да-да-да. Где всплываешь. он прибегает после автокатастрофы, такой, беспокоится, да наиграть ему. «Пошел вон, ты уволен». «Но ну, я не виноват». «Пошел да -да. вон». Вот, и мы, конечно же, типа, во-первых, мы точно подскажем тебе про точку с запятой и не будем до этого докапываться. Мы докопаемся, например, если ты вместо «и» минус-минус написал «и» плюс-плюс, или, например, если ты хочешь обойти, там, не знаю, массив, э -э, задом, в смысле, от, от конца в начало, и написал, э, как бы, стр э, rlens без минус единицы, да, вот до таких вещей мы докопаемся, mm -hmm. потому что это действительно содержательная ошибка, и то мы, как бы, дадим возможность тебе ее найти, исправить, и э, там бу будем как-то э, подсказывать. Вот. То есть у нас нет задачи. Как бы подловить тебя, вот знаешь, как там некоторые говорят, что собеседующий на собеседовании самоутверждается, и его главная задача не пропустить кандидата. Это совершенно не так. Типа, главная задача собеседующего это вы вытащить из кандидата максимум на что он способен. Ну, это если и... у тебя мир, где собеседующий решает задачу, которую ему поставили. Он же человек. Ну, ну да. как бы смотри, вот но, он, 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 но, но у этого человека заинтересованность прямая в том, чтобы как можно больше людей нанять. Потому что этот человек, как правило, руководитель группы, у которого есть незакрытые вакансии, длящиеся там три месяца плюс. И ему важно найти любого человека, с которым он готов будет в одной связке делать продукт. При этом, И если... ты, ты понимаешь, да, что у вас дофига кейсов, когда вы не нанимаете того, кто подошел бы на самом деле. Ну, по поводу оценки степени их дофигичности мы можем разниться. Я считаю, вот такая моя интуитивная экспертная оценка, что это, вот как я говорил, там, типа порядка 5-15% максимум. То есть я бы не сказал, что это типа дофига. То есть, наверное, может быть, это в абсолютах дофига. Ну, слушай, никто не умеет собеседовать, и это консенсус в индустрии, понятно. Но если у тебя ситуация, как у фанга, там ты ведешь себя как вот типа классический капитализм, да, ты такой мне надо отсеивать, мне надо дофига отсеивать. И ты вообще не думаешь о том, как ты дамажишь людей, которые к тебе пришли, говорим, что они там негодны тебе. И ты просто, типа, бизнес -со. у вас, ты говоришь другая. Вам не надо отсеивать. Да. Вам надо забрать всех, кто теоретически вам подходит. Да, да и ресурсы есть вот это вещь которую вообще никогда невозможно было поднять почему не, не подходит код человека на GitHub почему он там не заменяет какую-то из секций это хороший это вопрос аргумент. вот когда мы то есть вот я говорю литерально я занимаюсь тем что придумываю то как нам собеседовать людей если у кого-то из уважаемых зрителей есть идеи какие секции должны быть лучше пожалуйста приносите мой телеграм я надеюсь будет в дескрипшене. вот пример да там давать тестовое задание человеку с тестом заданием проблема такая: неизвестно, как долго ты писал этот код. Mm -hmm. Ты можешь написать очень хороший код, который выглядит очень хорошо, но это будет неприемлемо с точки зрения продакшн-производства программирования, потому mm -hmm. что типа нет у нас столько времени на такие задачи. Даже если ты типа бриллиантовый код выдаешь, если ты делаешь это очень долго, Слушай, а ты думаешь, это так работает? Будет? Вот смотри. Ну, а. я Думаю, да. То есть я встречал людей, у которых очень хороший код есть в портфолио но которые не способны выдерживать сроки и не способны... Темпы, но темпы. ты это и так не прочекаешь. Почему? Если ты даешь ему относительно синтетическую задачу, как бы быструю, и видишь, что он ну, все-таки как бы, быстро пишет, быстро реагирует, быстро дебажит, ты с большей вероятностью можешь предсказать, как он поведет себя в, типа, в бою. По, ты по, так ми... думаешь? Нет, смотри, мое, мое же э, как бы вот эта уверенность, тоже понятно, что у нас нету как бы арифметически достоверной статистики, иначе бы вообще можно было бы этот весь вопрос закрыть, показав mm -hmm. бы ее. Но у нас есть э, офигенно как, ну, какой-то опыт, да, потому что все собеседующие, которые занимаются этим, руководители в Яндексе, некоторые с весьма длинным, как вы понимаете, стажем, да, и я за свою карьеру видел очень много людей в, в связке то, как они проходили собеседование, и то, как они работают внутри. То есть там есть люди, вот не знаю, там Рома, привет, да, там с которыми я работаю, там больше десяти лет вместе, да, вот человека uh -huh. нанял, пособеседовав его по скайпу, вот, а увидев что-то, потом я увидел, как он себя вел на собеседовании, как он вел себя в реальной жизни, и и таких вот пар э, собеседования реальная жизнь, собеседования реальная жизнь перед глазами каждого руководителя прошло ну, так, больше одной uh -huh. и из этого скапливается какое-то какое-то интуитивное экспертное мнение относительно того, как человек ведет себя здесь и какова потенциальная корреляция с тем, как он ведет себя в, в реальной жизни. И поэтому вот это вот ощущение, что там по тестовому заданию я решение не приму, а потому, как он реально при мне пишет код, я решение приму, оно ну типа не безосновательное, понимаешь? И когда люди просят типа да что вы так делаете, сделайте вот по другому у многих руководителей просто рука не поднимается, потому что они понимают степень своих рисков и степень своей ответственности. Когда ты себе в группу берешь чувака, это же литерально, ты его берешь себе в альпинистскую связку. Если он дальше как бы в бою шандарахнется и потянет всех за собой вниз, а ты на него, а у тебя от него зависят бонусы, чем выше ты руководитель, тем больше бонусов у тебя зависит и так далее, да, у тебя от него зависит какой-то твой продуктовый успех, ну, у тебя не поднимается рука брать чувака, который не умеет на листочке не запутаться в двух циклах, или который не понимает, чем линейная сложность отличается от квадратичной. Да? Он тебе нафигачит в коде цикла в цикле, а потом будет выясняться, почему у нас продолжение Ну, смотри, хорошо, это тестовое. а вот э, у тебя чел сделал проект на GitHub. Ну, прям настоящий, у которого там звезды есть, которым люди пользуются, да. который реально технический проект, все он, типа... Но опять же неизвестно, как долго он его делал. Но он его сделал. Так, ну, а, он, у тебя вообще он все программисты... делать, Он его мог делать неприемлемо долго, понимаешь? А, у тебя все программисты, вот вообще в принципе все, у них а, темпы работы, они вообще нахрен не програ... прогнозируемые. Есть чуваки, которые работают вот медленно, 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 фига, он а, попал на интересный проект начинает полетел. И ты от этого вообще никак не застрахуешься. Есть а, люди, которые очень надрочены на лид код Которые вот его решат да. быстро, потому что им помнят, как решат. И ты такой: вот он быстро работает. Даешь ему задачу, он работает медленно. Ты говоришь, есть интуитивный опыт. У тебя есть интуитивный опыт того, что то, что вы используете, работает. Но вы же не знаете, не работает ли другое. Почему знаем? У нас же есть люди, которых мы нанимаем без наших секций, например. Да. То есть, у нас есть, вот, например, прецеденты, когда, допустим, подразделение, какое-нибудь молодое растущее по типу того самого финтеха, говорит: Не надо нам ваше эй, или там знаешь как это упавших со скалы значит спартанцев мы будем к себе подбирать войско и потому что нам нужно быстро бежать быстро нанимать мы их будем э, нанимать и у нас есть прецеденты и примеры исторические к чему это приводит и какие у этого последствия то есть я там не буду прямо говорить что последствия как бы катастрофические но они наблюдаемы ну да но ты говоришь про ситуацию когда просто снижают требования я говорю про другие требования нет, почему? Это же не то, что снижают, другие требования. Вот, типа, людей нанимают на основании там, того, какой у них опыт в портфолио, на основании того, в какой они компании раньше работали и так mm -hmm. далее. То есть никто же не, не просто, ни, 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 ни у кого не поднимется рука снизить требования, не заменив их ничем, да? То есть когда ты договоришь, мне не важно эй ну, ты как-то себя по-другому мотивируешь, почему ты нанимаешь именно его, а не его, да? Mm -hmm. И, ну... Ты да, апеллируешь к чему-то, вот как ты говоришь там: Ну, если он работал там в другой большой компании несколько лет, ну, наверное, он не долбоклюй. Нет, же смотри, А почему в Яндексе между. Когда ты приходишь между командами, тоже надо собеседование проходить? Там как устроено? Если ты. То есть, вот есть, грубо говоря, разные стандарты собеседований. Если ты, придя в один бизнес-юнит, не проходил вот ту самую секцию программистскую, то при переротировании в команду, где такая секция есть на входе, тебе тебя попросят ее пройти. Ты Но если, например, посмотреть, типа, как он работал? Это тоже очень сильно, как это к сожалению, да, так у нас устроена жизнь, что там нет чистого сигнала. И там в другом бизнес-юнити может быть массой причин обусловлена та или иная его результативность и производительность. О, ну так у тебя все. То есть подожди, то есть, у тебя есть ситуация, когда человек работал у тебя в твоей компании. И, и тебе надо понять, как он будет работать такой. Ну, работе-то, по его это понять нереально. А вот э, типа если посадить его код, писать вот это, там во всем расскажем. Не совсем насколько... так. Не, не совсем так. Мы говорим примерно следующее: мы посмотрим, <с>... безусловно, на то, как он работал до этого. <с>... Мы соберем отзыв от его там предыдущих коллег и менеджера и, и посмотрим на его код. Но в том числе мы не готовы только на основании этого принимать решения. И мы еще и проведем для него дополнительную секцию для того, чтобы, ну, чекнуть еще и по вот этому, этому самому. И вот, как показывает лично моя практика, когда я собеседовал э, ротирующихся людей, все люди, которые действительно там практикующие программисты и, и ну, там давно успешно работают в Яндексе, ни у кого из них не возникало проблемы с прохождением этой секции. Ну, то есть, ну, ну в смысле, пришел, то, пришел, что они ее прошли, задачку, это хорошо, и, а то, типа... насколько им это окей, что их собеседуют там, где они уже, в принципе, это все... Что думаешь про историю с разработчиком Хоумбрю? А, там какая-то история, что в духе его типа он разработал HomeBrew, а его куда-то там не а, взяли. А его не взяли в Apple, да. Ну, я говорю, вот это один из тех примеров, когда. Ну, то есть, хорошо, ну, конкретно к вам по, конкретно, разработчик конкретно, HomeBrew. Конкретно про э, разработчика HomeBrew ничего не могу сказать, потому что я там не смотрел ни на его код, не смотрел на то, как он прошел эти собеседования, да, но повторюсь свой тезис. Повторю свой тезис, что помимо того, какой ты хороший код создал, какой то успешный продукт создал, есть еще вопрос времени и ресурсов, за которые ты это сделал. Ну, вот здесь мы так и не согласились с тем, что, понимаешь, у тебя whiteboard не показывает, с какой скоростью ты программируешь и не показывает, с какой скоростью ты uh -huh. работаешь. Ты говоришь, что на интуитивном опыте да, коррелирует. Ну, коррелирует, интуитивный опыт, да. тут сложно спорить, у нас нет цифр. Но логически, если рассуждать, у тебя whiteboard показывает, Насколько ты подготовился к вайтборду? Если да. ты к нему готовился. Если это не показыв... готовился, тогда это... он покажет, как ты программировал. И, и смотри, и это показывает, во-первых, твой пэшн относительно того, насколько ты хочешь здесь работать, что ты готов выполнить э, вот такую вот, э, mm -hmm. в том числе, синтетическую, как бы, задачку. Да? Это тоже как бы мета-чек мотивации работать в этой компании. Это мета-чек способности твоей быстро изучить какую-то предметную область. Ну, в общем, это большое количество вот таких вот как бы сигналов, про которые ты, может быть, в первые как бы эти самые не думаешь, но у которых есть реальная Я понимаю, что какой в этом корреляция. смысл есть, но на это зляться именно из-за этого. Это создает, знаешь, как... Создает, создает контекст, что вы как бы говорите, работать в Яндексе честь, это мы, конечно, классно к этой теме перешли. Не до конца понимаю. То есть, во-первых, не до конца понимаю, почему и нет, а во-вторых, почему нет. А во-вторых, как это, как ты к этому пришел, в смысле, что ты проверяешь мотивацию работать у них. Смотри, программисты обычные программисты мотивацию всегда. Обычные программисты не хотят, если не говорить про Яндекс, а говорить про обычные компании, они не хотят работать в компании X. И хотят работать где угодно. И хотят работать с программистами. То есть это обычная мотивация для разраба. Найти работу, не работать вот конкретно вот там. Это средняя, ну, типа, средняя ситуация. Угу. А у вас, получается, должны работать те, кто хочет работать у вас. Да. Работать именно здесь. Да. И вот это создает контекст, что работать в Яндексе честь, а если для тебя это не так, тебе не, здесь и не место. Не то что честь, просто тебе хочется. Ну, в смысле, это же разные вещи. Это все равно, что сказать, что, как это, большинство мужчин хотят найти бы какую женщину, а вот тебе почему-то хочется, чтобы тебя нашел, в смысле, как женщине, чтобы тебя нашел тот мужчина, который хочет быть именно с тобой. Ну, типа, да, черт возьми, тебе хочется, чтобы э, к тебе пришли вот. не потому, что ты была как бы первая попавшаяся, а потому что действительно есть какое-то внутреннее. Внутреннее притяжение, да, тебе И вот близко. это вот вызывает возмущение у людей, которые работают в других IT-компаниях. Ну, например, у меня у друга прям кейс, это, это вообще просто проходит собесы в Яндекс, полную секцию, фронтендер, проходит в Тинька. У вас, Жуновский, там сеньорский, чуть ли не за грейдом на архитектора. И он сидит и такой, вот типа, а кто я есть тогда? <laughs> типа, кто я? Причем у вас еще, знаешь, с натяжкой. И, и он еще послал... А вашим... у кого он вначале проходил, у нас или у них? Одновременно прямо. Не, ну, в смысле, там, невозможно одновременно проходить секцию. Ну, Ёмно, я не знаю, у кого... сначала у кого-то прошел секцию, потом у другого. Но офферы лежали в одновременно руках. М То есть, может а я быть, не знаю, может у кого может он, имена... может быть, он Может быть, он натренировался на нас, и благодаря... Одна секция у нас позволила человеку получить сибирский Какая большая честь. Короче, история в том, что здесь очевидно, и тенек, и Яндекс обосрались. Потому, потому что они явно попали оба куда-то. Типа потому о, что, он, он, скорее всего, где-то посередине, и оба на пол октября. Ему промахнулись. фантастически не повезло у вас, и фантастически повезло там, да? Угу. Или как? И притом он еще, короче, прислал вашей HR: что вот смотрите, Тинькофф меня оценил сеньор и предложил вот столько. Ну там, типа, в пять раз нахер больше. Она такая: Ну, смотри, можем еще на 30 тысяч больше заплатить. Он еще думал, сидел. Это все, на что мы способны. Правильно, ну это же еще зависит от того, как он сам осознается. Ну смотри, типа, повторюсь, спорю ли я с тем, что у собеседования есть как бы выбросы? Нет, не спорю. Это моя типа текущая работа придумать, как сделать так, чтобы выбросов не было. Вот, например, я сейчас, мы запустили такой проект, диагностика технических навыков, да, мы взяли вот этот вот подграф графа решений про оферы при принятии на работу, который связан с э, асертом технических навыков, и выделили его в виде отдельного процесса. То есть ты можешь просто прийти в Яндекс, ну, если написать в Яндексе Яндекс диагностика технических навыков, да, можно попасть на страницу, где можно записаться, и ты пройдешь, по сути, те технические секции, которые есть у нас, когда ты оплачиваешься на офер, но у тебя не будет никакого разговора с HR, когда же вы к нам теперь придете, когда вы бросите свою предыдущую работу и так далее. Да? То есть ни к чему тебя не обязывают. Да? Вот, вот, как, знаете, на площадях и на людных улицах некоторые ставят там весы или измеритель роста, mm -hmm. и ты можешь за 10 рублей измерить свой вес и измерить свой рост. Вот примерно что-то то же самое мы поставили, как это условно, во дворе нашего хэдкортера, да. Но только бесплатно ты можешь прийти и, согласно нашей линейке, согласно нашим весам, как вы, может быть, взвешивались, когда на тех улицах там тоже весы имеют смысл барахлить в ту или иную сторону. Но, но как минимум, мы понимаем, что эти весы, они э, в реальном боевом процессе, когда мы людям раздаем деньги в виде офферов, участвуют. И нам кажется, что со всеми оговорками про их как бы, неточность, уж что-то да они показывают. И можно прийти и попытаться на них взвеситься, и мы пытаемся вот как раз э -э, эволюционировать в вопросах того, как именно нужно задавать задачи, какие mm. нужно задавать задачи, как их спрашивать и так далее. Вот там, не знаю, та же самая эволюция от вайтборда к э -э, редактору с хайлайтингом, да, эволюция в самих задачах, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. Я думаю, что мы, ну, как бы совсем не закончили. Мы, как бы, находимся в постоянно ongoing процессе, когда мы улучшаем это. И вот тоже, ну, то есть, что называется, это нужно понимать, и мы приглашаем и соискателей, как бы каких-то людей, которые хотят провести эти секции в этом участвовать. И приглашаю ее, на самом деле, хочется попробовать создать такой, типа, альянс русскоязычных собеседующих для того, чтобы какие-то другие компании тоже присоединились к этому вопросу, и мы выкристаллизовали какие-то методы, как лучше ну, собеседовать, да. Потому что, ну вот повторюсь, ты говоришь, там, не провести нормальную секцию, а провести вот эту вашу как бы собачью секцию, значит. На самом деле же, типа, это же не так устроено, как бы. Многие тем лиды в Яндексе отказываются брать людей за вот такую, типа, нормальную секцию, потому что они говорят, я не понимаю, что это означает. Типа, наврать стрекороба или хорошо научиться рассказывать про свой предыдущий опыт может примерно любой, и это даже проще, чем, типа, надрочиться лид да? Но получается, как бы вам не так из того, что я слушаю, понял, как будто бы не так важно вот это все технические, технические скиллы человека как самое важное, тот его мотивация, не, в плане не, не, именно в Яндексе. не, мне кажется, ты немножко, ну, как бы переставил неправильный. акцент. когда типа так... мотивация это один из дополнительных, как бы, метод чеков которые можно чекнуть, но все-таки да. в первую очередь это корреляция с техническими скиллами, то есть то, как ты можешь разобраться в коде, как ты можешь не запутаться в пол экрана кода, это коррелирует с тем, как ты потом будешь не запутываться в 10 тысячах файлов кода имея IDE. Что за история с Ладом была? Ты говоришь, была интересная история. Ой, он там э, как бы две секции про проходил и типа завалил их, ну как по нашему типа этому mm -hmm. самому формально завалил, да, и как-то плохо их прошел. Ну, такое. То есть, в смысле, я читал э, резюме обоих секций, и mm. там действительно как-то по резюме выглядело, что он э, делал это не так, как-то как нам бы хотелось. Ну, ты же знаешь, вот. что он после этого получил кучу офферов из, из Европы? Я понимаю. Ну, то есть, еще раз. Э Ш что я пытаюсь как бы вот отстоять, что нам <laughs> не стоит равняться на выбросы и не как бы в чем как я вижу проблема, что мы интерполируем ошибку невыжившего угу. на весь процесс, а как бы это ну, просто математически некорректно вот, Есть Еще одна проблема, о которой мы не говорим, это что вы делаете, когда чувак у вас от секции не прошел, ну то есть ты приносишь Особенно Владу это прям большой дэмэдж. Ну, типа, чувак, который знает, что он хороший программист, который много где работал, приходит к вам, и он говорите, ты не хороший программист. А при этом дофига... Ну, вы так не говорите, вы говорите, ты нам не подходишь. При этом дофига его знакомых подходят, куча людей других подходит, а ему нет. И как бы что бы здесь не помешало, так это какое-то письмо, которое говорит, смотри, у нас немножко странные там выработанные для нас форматы собеседований, вот они, типа, работают. Слушай, ну так Влад же как, как раз как никто это понимает. И вот там, я не ну, знаю, его, смотрел... Его Давича смотрел его интервью, когда он как раз наоборот говорит, типа, я абсолютно понимаю и принимаю вот эти вот правила про ну, то, он, что... он очень типа, молодой, нужно, ...нужно делать секции и понимаю, как бы, во что это... Но по его мнению он ваши эти не завалил? Видишь, что? Ну, да. Ну, как бы, там тоже, что называется... Ну, это реально, да. видишь, как... Опять же, вот я говорю, опять, как это выглядит со стороны. У вас он завалил, как по вашему вердикту. При этом он получил офер оттуда, оттуда, оттуда. Выбрал из них Microsoft. Угу. Устроился, да. Не на ту позицию, на которую вы сказали, что, может быть, ты подойдешь. Да, да, да. Намного выше. И прошел там испыт, и успешно там работает. И, и ты такой... Ну, получается, что, наверное выглядит странно так что скорее это вы ошиблись чем возможно я еще раз я никак не отрицаю что мы можем ошибаться но еще если говорить конкретно про влада то за кадром вещь что он изначально был ориентирован на то чтобы уезжать из страны и изначально был ориентирован mm. на то, чтобы вряд ли долго mm. работать в Яндексе. И в этом смысле, возможно, наша ошибка она как раз была в да, позитивную как... сторону относительно того, что ну, мы бы и так бы не сработали. В этом кейсе возможно, но, возможно, в него была и доля сомнений, не желание уезжать, а быть поближе. Потом он же у вас счет до этого работал. Да, да, я слышал, что он уже... Это такая странная ситуация, когда работает. ты в компании уже работал, приходишь, а тебя опять собеседуют. Ну, типа, Но ты, ты же можешь растерять свои навыки. Ты, ты ну, будто... полно таких кейсов. Ну, это, полно таких кейсов. Типа, чувак работал-работал у нас, потом несколько лет он стал руками водителем, а потом оказалось, что он и руками водитель плохой, и, и код, как писать, забыл. Ну фига знает. Ну типа, Есть же такие. Это же не то, что это велосипед. Ну, да. я... Вот насчет того, чтобы прямо полностью его с чистого листа собеседовать, как будто бы ничего между вами и не было. Не, <laughs> это как-то... Ну... Странную. ну не знаю может хоть какой-то контекст учитывать того что он, в принципе он уже работал нормально вообще в нашей фимиде да ироничное название для сервиса хранящегося, crm хранящего кандидатов Серьезно? в нашей Фемиде есть вся история вся подногодная, все прошлые секции и ну мы часто в том числе запрашиваем отзывы внутри mm -hmm. то есть типа нет неправда, что мы не смотрим на okay. какой-то опыт okay. типа 그래서, чувак вообще не далее. чувствует ну, это... ну, как вы должны сделать? Это вот плавно. если он у вас работал, и он опять к вам отвлекается, вы такие, а, Влад, дорогой, приходи. все, все <с отлично. <с а вы, типа, такие, все, вообще, полностью флоу, как... Да. С... Ну, там, кстати, странно, вот по поводу того, что он у нас уже работал, и сколько времени прошло, я не дебажил там этот кейс, я дебажил конкретно кейс э, самих непосредственно у вот тех, там, двух секций, он там даже две секции успел пройти, вот. А, но там вообще был какой-то идеальный шторм, типа, он прошел две секции, и его собеседовали люди из одной прямо вот группы. Это очень, типа, ну, вот можете себе представить, насколько это, э, как это при всем количестве собеседующих в Яндексе, mm -hmm. насколько вероятно, что ему <laughs> наролятся, типа, два собеседующих из одной группы с более или менее одинаковым подходом, как бы, к собеседованию и к качеству кода. да ну, То есть это просто типа, mm -hmm. тоже достаточно маловероятно. Вот. А по поводу того, насколько мы с распростертыми объятиями встречаем бывших, ну, не знаю, в среднем у нас есть прямо такое даже, когда человек Дочь. уходит когда человек уходит, у нас есть ачивка терминатор, такая с терминатором по, по летучей фразе I'll be back. Mm -hmm. вот. для всех, всех возвращенцев мы ее выдаем, и когда человек уходит, мы тоже руководители заполняют такую специальную табличку, где мы пишем, там, типа, жалеем об уходе, не жалеем об уходе, ждем обратно, не ждем обратно, вот, и когда человек возвращается, даже несмотря на эту табличку, мы еще раз вот дабл чекаем не знаю, вот Давич опять же рассказывал про одного из воли сотрудников, типа, собирал фидбэк, э, в смысле, рассказывал свой фидбэк и собирал фидбэк людей, которые у меня в подчинении с ним работали, э, рассказывал рекрутерам, которые хотят его сейчас звать обратно. Uh -huh. вот. Ну, просто тут, повторюсь, есть какие-то ошибки, да, мы, мы с ними боремся, и мне кажется, именно важно, когда мы делаем выводы о том, как оно там все выглядит, держать всю картину целиком раз, и понимать наши как бы намерения два. Угу. То есть то, к чему мы стремимся. И опять же, мы пришли к, э, к закрытости. Видишь, как, на что это все, откуда ноги растут? Да. Закрытость, плюс атмосфера вот это вот. В Яндексе работать, честь и закрытость. И получается, что это создается правда. впечатление, да, что это многих обижает. По поводу, лов... по поводу элитарности есть yeah. такое у меня это выражение: небезосновательная самоуверенность. <laughs> То есть действительно, это тоже одно из проклятий как бы, Яндекса. Да, mm -hmm. Такая как бы, немножко патовая ситуация, патовая ловушка, что мы действительно объективно, измеримо в чем-то успешны и как технологически, так и продуктово. Mm -hmm. И это очень создает мощный такой, знаешь, как это кольцо, которое тебе шепчет, оно создает тебе очень хорошую такую благоприятную почву для развития вот этого вот как бы ментального вируса про как бы элитарность и самоуверенность. И здесь нам помогает на самом деле то, что мы много людей нанимаем, и в целом у нас достаточно неплохо обновляется как бы кадровый состав. То есть люди говорят, что о, в Яндексе там, типа, сплошные, сплошное старичье, значит, по 17 лет работающее на одной и той же позиции значит, сидит, и типа никуда ты не пробьешься. Но, на самом деле это статистически не так. Типа, много в том числе mm -hmm. всех грядов людей мы нанимаем: как топ-менеджеров, как middle менеджеров так и обычных разработчиков. И они нам привносят э, вот этот вот внешний взгляд и говорят, что типа, во-первых, они успевают тоже заработать какой-то авторитет внутри. И у старичков, типа меня, появляется как бы такое. <laughs> немножко корректирующее воздействие, что, возможно, там что-то не так уж было хорошо у нас, да, и вот там чувак пришел со стороны, привнес что-то новое. Вот. Но, тем не менее, это правда есть такая гравитация. Просто, типа, ну, мы ее осознаем, да, но ну, что мы можем поделать? Вот. Ну, вот ответный камушек, например, какой-нибудь... Да не какой-нибудь, а самый что есть конкретный JetBrains. Мне кажется, очень тоже классная компания с офигенной репутацией, да. но без атмосферы вот этой закрытой элитарности. Не знаю. Вот, а, а что ты знаешь про JetBrains и откуда? От людей. Ну, 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 а, ну как, от, они... Они... от Катерина. на подкасте. Да, было. у нас были а, много их. много друзей. И как-то он, знаешь, какое-то время, как будто бы... Я не знаю, правда, это не стратегия или не стратегия, но они запылесосили таких прям медийных разрабов. Вот люди, которые э, хорошо говорят на публику. И вот а там JetBrains, здесь JetBrains, все такое. И... Чисто Моции. вот эти субъективные, интуитивные ощущения, как будто вот... Я думаю, у вот Бренса немножко более выигрышная позиция по сравнению с нами, потому что они делают продукт для разработчиков. Я вот да, сам тоже очень, очень да. тяготею ко всякого рода инфраструктурным вещам, да, там, если вы mm -hmm. не знали, я один из двух э, создателей BEM-методологии, вот вместе с Виталием yeah. Харрисовым мы э, много посвятили тому, чтобы делать именно продукт для разработчиков, делать какие-то там фреймворки, библиотеки, mm -hmm. вот, и я испытываю большую страсть к тому, чтобы делать э, какой-то продукт для разработчиков, и я четко чувствую и знаю, насколько это, ну как бы, дает апсайт в мире разработчиков. Угу. Вот, вот, наверное, из-за этого это. оно такая. Э, ну, во многом. Но элитарности нет, понимаешь? она э, э, То есть от них-то у них также сложно к ним пройти, как к вам, а у них тоже жесткие собеседования, они тоже делают очень крутые вещи, они тоже были вершиной русского IT, а типа атмосферы, что они лучше других, вокруг них нет, а вокруг Яндекса есть... Ну, то есть проверять вот эту мотивацию работать именно в JetBrains. Что Попроб... ты Я думаю, ну, что они не проверяют это? Не знаю. Они это не, как сказать, не транслируют. Так мы тоже ничего не транслируем. Оно само транслируется теми, кто не прошел. Может, потому что мы слишком крутые. Слушай, а вот Влад еще в интервью рассказывал недавно тут: что в фанге есть же наши вот секции на программирование и на софт скиллы. И что, например, человек, который не очень хорошо показал себя в программировании, но очень хорошо в софтах, приоритетней, чем который с низкими софтами, но с высоким программированием. Да, есть такая тема. Потому что э, в большой компании тебе важен метаэффект кумулятивный переход количества в качество. Mm -hmm. Тебе в большой компании очень важно, чтобы у тебя один плюс один было больше, чем два, чтобы ты получал какой-то профит от того, что вас много вместе под одной крышей собралось. И с этой точки зрения, э, как бы бриллиантовый разработчик код, которого никто не может читать, он очень быстро работает, но отформатирован по двум краям. Знаешь, там есть mm -hmm. такой кейс, там типа рассказывали мне байки: что разработчик реально форматировал <laughs> свой код так, чтобы он писался. Типа, аккуратненько и слева, и справа. Вот. А, э -э -э, ну, как бы, unfortunately, да, какой бы этот код не был бы производительный, как бы быстро он его, типа, не писал, как бы он хорошо не решал задачи, это очень сложно увязать в большую компанию когда у тебя э -э, вот стоит такая задача, чтобы большим организмом что-то большое вытянуть тебе становятся ну, более, вот у вас более критично, это... более критично важны такие вот э, скиллы, да, как бы э, умение вписаться в команду. Ну у нас насколько? Это можно, наверное, аппроксимировать это ровно отличием в количестве людей и количестве людей в команде между нами там и Microsoft там, да. у нас насколько на порядок, на два порядка меньше, пока еще разработчиков. Среднестатистическая наша там команда она меньше, чем майкрософтовская, насколько-то. Ну вот настолько нам менее важно софт но вы их чекаете? Мы чекаем, да, И потому что у нас чекаете? все равно ну, есть... не такой, как при фанге, да? ну, ну, то есть, нет, я, наверное, тоже соглашусь, что э, там при, прям совсем прочих-прочих равных возьму человека, который э, с э, софт-скиллами, но, наверное, рейд размена, да, mm -hmm. там одного попугая хард-скиллов на одного попугая софт-скиллов у нас будет чуть поменьше, чем в фанги. Вот, а как мы их чекаем? Ну вот есть разговор, да, какой-то такой начальный рекрутинг, рекру, рекрутерский. Есть то, как человек проходит испытательный срок. Есть то, как он разговаривает на финальной секции, когда у него там просто спрашивают про жизнь, что ему интересно и почему какие-то такие сигналы считываются. Вот. Но там с, 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 с чеком этой фигни еще сложнее, чем с чеком. Да с хардскиллов. меня поразило. Даже с хард если с хардскиллами как бы непонятно. Клод то... рассказал историю про один из собесов, где-то, не, не понял, где, что вот этот разговор, поведенческая секция, все такое, и говорят просто, у тебя 15 минут, рассказывай нам что-нибудь. Да-да-да. И ты такой так... И тебе 15 минут надо что-то говорить без темы. Просто свободное устное эссе. Ну, это же, опять же, мета-скилл. Жесть. Влад же ведущий подкаст. Да, ему должно было быть легко. Это, как знаешь, вот эта знаменитая задача про подводную лодку ребенка твоего возраста человека и бабусю. Кого ты спасешь первым? И весь твист задачи не в том, кого ты спасешь первым, а в том, как быстро ты примешь решение относительно того, кого ты спасешь первым. И, и, и как быстро ты... Как, 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 как убедительно ты будешь аргументировать свою да. позицию. Про образование. Тема про образование. Все, о, да. что я вспомнил, пока ты сказал про образование, вопросы про перенос опыта предков да. будущим цивилизациям. Мы что-то претензии приносим. Я тоже вспомнил одну претензию. Скажи мне правда это или нет, потому что она у меня тоже на уровне слухов, что когда в Яндексе открылся Яндекс практикум ну это вот на просто коммерческая школа программирования. Угу. Я помню просто я работал на Хабре, я про это писал. Новость то, что открылась. а потом пошла тема, что мы не Яндекс не берет. Выпускников Практикуп. практикума. практикума. Угу. И мы таки, все такие... Секундочку. Как же это да. так? В здоровенном есть, ну, диплодоке да. есть рассинхронизованность между головой и хвостом. Мы такие придумали свою школу программирования. Видится это по-другому. Типа мы учим людей программировать. Мы их не возьмем, потому что они никуда не годятся. Типа... Не, но э, я могу рассказать вам, опять же, искренность у нас, типа лимитив этого самого, да, типа, искренне могу рассказать, как это устроено. Яндекс Практикум это относительно маленький, совершенно независимый бизнес-юнит над учебной программой которого работают просто там отдельные люди, которые пришли работать конкретно в практикум, mm -hmm. которые, ну то есть там да есть какое-то количество, в том числе индексоидов из других как бы подразделений там практикующих, да, но все равно это не main, э, скажем так, состав там методический и педагогический, mm -hmm. вот и они обучение это офигенно непростая материя, я сам являюсь сейчас директором нашей школы разработки интерфейсов в каком-то это смысле. вот внутреннее, да, да это, да, это в не в каком-то смысле конкурента практикуму, да, mm -hmm. потому что мы появились до того, как появился практикум, но мы просто целимся немножко на разные слои аудитории. Если практикума изначально задача была с нуля обучить до чего-то, то вот в наших школах задача с какого-то условно там джун минус уровня обучить mm -hmm. до джун плюс или там мид минус уровень, да. А она также работает как? в плане как бизнес, то а, есть а, люди нет, приходят нет, с вот улицы она, ну за деньги. Она она работает не как бизнес, потому что мы учим бесплатно, а. и люди приходят, и э, все <къех> преподаватели, которые участвуют в этой школе, они это делают как это, по очень сложному букету значит, мотивационных причин. Там, отчасти для того, чтобы самостоятельно прокачаться в какой-то теме, отчасти для того, чтобы передать будущим поколениям что-то, отчасти для того, чтобы нанять себе самых толковых студентов из этих школ. Вот. И ну, вот, вот эта вот наша школа, она именно такая. Мы подумали, вот мы собеседуем кучу людей, и во-первых, как бы мало кто проводит собеседование, во-вторых, даже пройдя собеседование, люди потом внутри не очень как бы как-то хорошо работают так, как нам бы хотелось. Кажется, пора переставать просто пылесосить рынок, срезать грибницу и разрушать экосистему, и нужно что-то давать в экосистему обратно. И мы подумали, что вот нам просто, что называется, как-то было бы этически корректно и как-то, как это называется, sustainable, да, типа, вот, в общем, развитие такое, которое с оглядкой на экосистему, что мы должны в экосистему что-то и отдавать в том числе. И вот мы начали учить людей, структурируя у них уже имеющиеся знания, под то, как устроены требования в большой компании. Да? Кто-то может сказать, что ломая людям жизнь, вместо того, чтобы они работали в маленьких и быстреньких компаниях. Мы их э, затачиваем на то, чтобы они работали в больших и неповоротливых. Но как бы, на самом деле не, не совсем так. Да? И, там, многие юниты внутри Яндекса точно такие же быстрые и должны бороться за жизнь. Пример того же самого практикума, например. Mm -hmm. да? вот, э, ну вот. Ну И мы создаем курс лекционный нашими практикующими разработчиками, у которых возможно есть какой-то лек в именно педагогическом каком-то скеле, да, потому что они не практикующие педагоги, но зато у них есть очень большой э, контакт с реальной программистской как бы отраслью, с тем, что сейчас актуально, что сейчас нужно делать. Вот прямо сейчас у нас э, стартанул очередной набор на вот это летняя на, на летний набор школ. У нас там будет и разработка интерфейсов фронтенд и бэкенд на питоне, на джаве, и будет мобильные, в том числе даже на флаттере вот одной из новых направлений. Вот. вот счет не забудь там например. да да абсолютно абсолютно бесплатно поэтому нам не, не с чего вам заплатить по вашему счету можем, можем да можем вас взять вольнослушателями. может Ладно, быть Фил ну, хочет прокачаться да. во фронтенде например вкусный дорогой да и вот это уже работает как да и вот с этого с которым можно с этого да с этого мы пытаемся как бы нанимать в Яндексе оно более целенаправленно нацелено на это а у практикума я думаю что все еще впереди Потому что построить устойчивый бизнес, который бы сходился по юнит экономики, который бы сходился так. Что, потому что у тебя же как бы какой, какой этот самый трейд-офф? Тебе нужно найти хороших преподавателей, тебе нужно хорошо и долго учить людей, которые постоянно норовят, забивать, не учиться, отваливаться, mm -hmm. и так далее. Тебе, как бы, литерально из них нужно все это выжить, при том, что у них мотивация является деньги. Не так, как в вот случае у нас, когда человек приходит, и у него мотивация такая, он как бы. Такой секундочку, зачем я здесь оказался? Типа я никому ничего не должен. Типа ну наверное мне стоит э, учиться тогда, да, а иначе mm -hmm. что я сюда пришел, да? И вот э, у людей мотивация, ну как бы немножко отличается. Хотя тут есть разные споры. Некоторые считают, что наоборот, если человек заплатит денег, то он будет э, с большей мотивацией работать. Либо Но... наоборот он такой, ну я уже заплатил, принесите мне пожалуйста, да, да, я да, свое да. дело сделал. Да-да, типа mm -hmm. того. И в общем это очень непростой бизнес э, вот этот вот самый AdTech, Поэтому ребятам из практику можно только пожелать удачи, но из того, что мы начали и стартанули из совсем разных точек, просто они еще пока не дошли в ту точку, где у них очень высокий был бы рейд приема, хотя в целом уже есть прецеденты, когда выпускники практикума попадают к нам на работу, то есть это уже не совсем так уж прямо в ноль, как бы, игра. А прикольно было, что их сразу в блэк-лист Да-да-да, вот этих точно нет. Это, как сказать, вот то, что делаешь ты, это купается не в плане денег, а в плане, что, ну, пропускная способность, естественно, не очень большая. То есть не выучишь прям гигантский гигантский рынок, не создашь таким обучением, ну, не хватит сил. И при этом, наверное, отвлекать программистов на лекции, на создание программ, да. тратить на это кучу сил, и выпустили, допустим, там человек 50. Да, да, десятки. и не все еще и не все еще пришли в Яндекс, потому что мы на самом деле даже, когда вот человек приходит к нам бесплатно учиться. Это не так, как, знаете, вот с целевыми университетами тебе, типа, заплатили за учебу, и ты обязан отработать потом. Mm -hmm. Человек может у нас отучиться и вообще не приходить к нам на работу. Мы совершенно окей с этим, даже если он не будет пытаться проходить собеседование. То есть мы всем предлагаем пройти собеседование. А вы, вот тебе лайфхак. Они к вам поступают, а вы им сразу входной бонус 400 тысяч. Чтобы они его успели потратить, пока учатся. А потом, ну, если просто вам не пойдут, да, вы просто заберете его обратно. Да. <свят> вот, а, но ну, мы как бы так не делаем. Мы э, стараемся, мы стараемся сделать так, чтобы да, люди приходили и шли к нам не потому, что они э, обязаны нам чем-то, а потому, что они познакомились с Яндексом. Вообще, вот в моем понимании, вот я как человек, который занимается hr брендом Яндекса, там уже достаточно давно, да, сначала в роли там большого руководителя, нынче вот на какой-то там директорской позиции. А, одна из самых больших, одна из самых больших проблем с hr брендом Яндекса, это именно неизвестность. То есть у нас нет проблем с тем, что человек, которому искренне не подходит Яндекс, к нам не пойдет работать. У нас есть проблема с тем, что куча людей, к которым Яндекс бы подошел, на mm -hmm. самом деле не знают о нем всей правды. И когда мы вот делаем всякие наши вот такие вот образовательные программы, мы даем людям возможность узнать, каков Яндекс на самом деле. И дальше мы просто верим, что рейд тех людей, как бы процент тех людей, которым это зайдет, он будет ну, как бы сильно не нулевым. И все, мы найдем тех людей, которые нам подходят, и которым мы mm -hmm. подходим. И вот наша, скажем так, такая да, пиар-стратегия, она вот на это направлена. На то, чтобы просто распространять информацию, максимально корректную, максимально э, искреннюю и точную. Человек, вот. который хорошо показал себя во время такой школы, он. Э... Он приходит на секцию собеседований или он может прямо в компанию пройти? Мы зачитываем... Не мы зачитываем... его тем как Мы зачитываем ему факт прохождения школы и то, как он там себя зарекомендовал как uh -huh. одну из секций. Одну из секций. Вот. Ему все равно придется пройти вот эту самую там и секцию да, секцию программистов. Uh -huh. вот. Но в целом такой человек еще, поскольку там же очень много менторов и кураторов и преподавателей из числа разработчиков, которые как раз участвуют в этой школе для того, чтобы нанимать, mm -hmm. то объем впечатления и объем информации, которые о кандидате получают наши внутренние ребята, он ну, достаточно большой. Вот. И поэтому это тоже, на самом деле, часто является апсайтом, поскольку даже несмотря на то, что это не оформляется как какая-то секция, да, то, насколько хорошее впечатление произвел вот конкретно этот студент, mm -hmm. часто э, ну, витальную оказывает э, mm -hmm. самая, судьбу в, в дальнейшем, в офере. Мы долго говорили и говорили все только про компанию, и для нашего подкаста это не характерно, что мы не трепали за какую-нибудь херню, но уж такие сейчас обстоятельства, так все сложилось. Но последний вопрос все равно есть. Он больше личный. Зачем жить? А, не, у меня есть ответ. У меня даже есть как бы полтора, не знаю, два ответа. Сколько угодно. А, Во-первых, есть такая мысль, она мне близка, да, такая теория, что наш мир, он такой как-то квантовый, то есть в нем каждый получает то, во что он искренне и сильно верит. Если ты веришь, что есть на небе дядька с бородой, и потом, когда ты умрешь, ты попадешь к нему, так оно и будет. Если ты веришь, что, не знаю, там нужно грести под себя, как там поливать на всех, и в жизни ждет тебя успех, то так и будет. В общем, как это, кто во что искренне верит, так, так и случится. Вот это как бы первый такой постулат. А второй, что... Ну, вот, моя собственная вера, да, моя, собственная система ценностей относительно того, зачем жить, она э, разархивируется из такого короткого понятия, как самореализация. То есть, вот, ты зареспаунился в этом мире с каким-то набором скиллов, с какими-то soul-binded э, айтемами, э, с чем-то еще, да, с, с чем-то со своим каким-то потенциалом, и ну, твоя как бы, задача реализовать этот потенциал, использовать его. Потому что, ну, в противном случае, зачем, зачем все это, да, зачем все это было тебе дано, в следующий раз не дадут. И вот, и я пытаюсь максимально развивать и тренировать свою какую-то чувствительность там к этому миру, чувствительность к тому, на что я способен, для того, чтобы свои э, скиллы, то, что мне было выдано, свой потенциал, который мне был выдан, чтобы его реализовать, вот. Ну, ты не сталкиваешься с ощущением, что вот это, что иногда у тебя рассыпается ощущение смысла вот этих данных скиллов, что ты чувствуешь, что в принципе это какое-то рандомное стечение обстоятельств, и в принципе нет абсолютно никакой вот вселенской разницы между тем, продолжать жить или не продолжать жить. Смотри, а это вообще одно, одно с другим не совсем связано. То, что тебе на рандоме или all-binded айтемы, mm -hmm. вполне возможно, это и так, но только это никак не отменяет от того факта, что теперь, ты можешь, ощущения, теперь которые, ты можешь их реализовать. Да, Который да, разрушает этим рандомом от того, что ты такой в принципе что их реализовывать, что их реализовывать, смысла в этом нет абсолютно никакого и ну, разницы в тоже никакой нет. Ну вот не, у меня нет такого ощущения, у меня наоборот есть как раз вот уверенность в том, mm -hmm. что и, и я как бы ничего не могу с собой поделать, да, потому что каждый раз, когда я челленджу это, то внутри меня какой-то голос говорит типа ну нет, то есть у меня могут быть сомнения относительно того, в чем конкретно состоит моя самореализация, и у меня mm -hmm. может затуманиваться взгляд, затуманиваться чувствительность относительно того, на что я способен, на что мне стоит направить свои стопы, но у меня, пожалуй Никогда в жизни не было момента, чтобы я такой думал, что вот этого не существует. То есть для меня это исключительно вопрос, как бы, поиска цели и смысла, но то, что он точно есть, uh -huh. а у, у меня как-то. Типа, нет сомнений. Голос внутри, который, несмотря на все твои попытки его заглушить, Да, да, да. То есть ты говоришь такой, да нет, тебе... это все без да. разницы, давай полежим, пожрем да. Он тебе все равно где-то там глубоко говорит. Да. Н... ощущение, что да. смысл типа, есть, вечно. найдется. Типа, да. да. Что-то ты типа не то делаешь. Ты, каждый раз, когда ты ну, как бы, там, деградируешь, да, mm -hmm. саморазрушаешься mm -hmm. и так далее, гложет червячок внутри, что, что, может, и ничего не могу с собой поделать. штука просто. Возможно, но опять же, я в каком-то смысле раб этой воспитательной штуки, и как бы я там не занимался этим, не медитировал на это, да, и там не, не читал какую-то литературу, которая ставит такие вещи под сомнение, пока что э, она выстаивает относительно всего этого, да, вот. Я ну, могу сказать точно здесь, гораздо проще жить, убедив себя, что в этом есть смысл, чем убедив себя, что его нет. Да. Кстати, нет, вот вообще нет. Ну, я не, не знаю, факт, что у меня какое-то типа, противоречие, которое я сам себе до конца не объяснил, но момент, когда я смирился с тем, что в принципе не надо так запариваться по поводу смысла жизни, стал для меня очень освобождающим. Мне стало гораздо Мне кажется, шире. это мета-история, опять же, про то, что типа проще жить, когда у тебя есть уверенность. В, ну, том или ином -то, виде, в том же. или ином да. виде. Когда да, у тебя да, нет да. уверенности, вот тогда, да, ты да, начинаешь, да, да. ты как бы метаешься. А когда у тебя есть уверенность, будь то плохая, будь то хорошая, uh -huh. это уже какая-то да, почва под Получается, программе. до этого ты не то чтобы думал, что он есть, ты пытался понять, есть ли он и где. Uh -huh. да. И тут ты такой, типа, все, я пришел вот к этому. Да, да. И такой, типа, вот к этому. да. да. ну и квантовая теория мне тоже понравилась. Я про такую хотел в детстве рассказ написать. <laughs> да. Это клево. Вот и все. Наша да. Э, большое спасибо тебе, что ты на это пошел. Я не верил до конца, что такое возможно. Это честно разговор, о котором я мечтал всю свою карьеру IT-журналиста. Ну, потому что мне никогда не давали задавать вопросы, такие, которые я хочу. И честно, смело, и не уходя, не уверен на них отвечать, я очень тебе благодарен. Спасибо. Сюда, пожалуйста, зовите еще.